внешняя. В общем, семинар университетский, это то, с чего начинался ведущий университет, что сопровождает его все наше развитие. Я надеюсь, что это такая одна из важных элементов этого самого развития, когда мы, в общем, дважды в месяц, как минимум, собираемся, чтобы обсуждать какие-то текущие вопросы, проблемы, вызовы, обстоятельства, будущее, прошлое ведущего университета. И это такая одна из важных форм нашей университетской работы. Но вот в этом году мы начали год с обсуждения тех вызовов, которые стоят в нашем развитии. И как раз параллельно развивались такие события, за которыми, в общем, наверное, следили все, кто как-то имеет отношение к сфере образования, науки, гуманитарии, когда демократическая платформа преподавателей ИГУ, в общем, принимала и принимает усилия по трансформации, развитию, изменению ИГУ. И, в общем, нам показалось, что наши выступления, несмотря на очень сильную разницу в том, что есть и в ИГУ, что в Европейском гуманитарном университете, и в ИГУ университете, тем не менее, сама проблема, постановка проблем, она близкая, сходная, и вообще нам имела смысл, особенно если учесть, что мы все-таки так или иначе, несмотря на разницу, находимся в каком-то едином пространстве, нам имело бы смысл вместе обсудить и соотнести какое-то свое видение, собственно, того, что сейчас есть проблемы существования университета в Беларуси, проблемы бытия университета в Беларуси и проблемы, которые вызваны, которые стоят перед университетским сообществом. Ну и как-то их соотнести и обсудить то, как мы видим в своей практике опыте, в своей практике эти обстоятельства, и, может быть, обогатить их друг друга и, в общем, даже пространство рассуждения об этом знаниями, подходами, представлениями о этих проблемах. Поэтому идея состояла в том, чтобы сегодня обсудить те вызовы, которые вы видите и мы видим в разворачивании университетского развития в Беларуси. Вызовы, проблемы, соотнесение с тем, как видится университет и что мы имеем, и каковы проблемы. Ну и, наверное, поговорить о том, каковы могут быть выходы, что, собственно, мы сами ждем и можем. Я бы тогда предложила на вопрос о том, как видится университет, в чем видятся сегодня основные проблемы и вызовы для ИГУ, от вас получить какое-то, для затравки дискуссии, какие-то тезисы, и от представителей ведущего университета, кто считает нужным, так что тоже. Если можно, начнемте. Андрей. Наверное, самый главный вызов, конечно, это уже известно, неоднократно было сказано, я лишь повторюсь, здесь ничего малого не скажу, это вызов, связанный с противоречием, глубинным таким, фундаментальным противоречием двух социальных групп и таких сред в университете, административной и профессорской, преподавательской. Всего, и академической в собственном смысле слова, то есть сообщество академических студентов и преподавателей. Это противоречие связано с, я не буду продвигаться в детали, но здесь очевидные вещи, да, в условиях особенно неолиберального университета, когда университет начинает позиционировать себя на рынке образовательных услуг, в наших договорах стоит договор оказания услуг. То есть в этом смысле университет является таким учреждением, которое оказывает услуги, весьма специфические, конечно. Это не, так сказать, там магазин, где вы покупаете, но, тем не менее, в целом, это именно вписывается в логику этого. Да, вот есть определенное учреждение, которое предоставляет определенного типа товар. Этот товар – услуги. В экономике, да, вот такой, сориентированный на производство услуг. Вот. Это становится еще более естественным. И в этой ситуации администрация, позиционируя себя
позиционировать себя в качестве менеджеров, которые наиболее успешно продают те или иные образовательные услуги. Соответственно, вся академическая составляющая это, да, в качестве части образовательной и научной, она оказывается, в общем-то, вписывается настолько в интересы и видение того, как должен развиваться университет, насколько у нас повышается, значит, образовательных услуг, наши рейтинги, да? Насколько студенты идут на эти образовательные услуги и так далее. Это произошло не сразу. Достаточно долгое время университет был и в Минске, и даже в Вильнюсе. В первом директоре не было такой тенденции, которая бы вот позиционировала университет как такого, да, институцию, продающую услуги образовательные. Но вот последние 4 года особенно интенсивно эта логика, в общем, нас захватила настолько, что стала причиной закрытия программ. Первой пала департамент философии, где наиболее ощутимый был вот этот индикатор, да, степени востребованности услуг этого весьма специфического типа образовательных услуг, философии на рынке образовательных услуг. Студенты просто не шли или шли недостаточное количество. Вот. Управляющий совет задавал определенные количественные параметры, если они не удовлетворялись полным результатом набора, вот, то, соответственно, программа закрывалась. Должен сказать, что с философией, в общем-то, всегда была правда. Так вот, если отходить, да, какие возможные варианты. Это так было всегда. Но вот, скажем, в те времена, когда мы были в Минске, была определенная академическая конвенция. То есть вот мы садились за круглый стол, и там представители других департаментов, программ, говорили, ну что, мы будем поддерживать, все-таки понятно, что там немного студентов, но мы, тем не менее, идем на компромисс, мы, так сказать, да, вот за счет того, что здесь очень много студентов, там, юридический, ну, скажем, дизайн, мы сможем, как бы, тогда поддержать, вот, там, историю, философию, искусство, все эти три, кстати сказать, программы были в состоянии. Когда мы так договаривались, а мы договаривались, это была ситуация не одного года, а на протяжении достаточно долгого времени, понимая, что, скажем, те символические капитал, который приносят преподаватели этих трех программ, а именно в виде публикаций, проведения ряда таких научных мероприятий, и вообще, собственно, создание всего того символического поля, которое делал университет университет. Ну, сбегая вперед, скажу, что, несмотря на то, что департамент философии закрыт, вообще-то ЕГУ сейчас является университетом благодаря тому, что есть одна докторантура по философии. Она была открыта, я вот так сказал, не благодаря помощи менеджеров, а вопреки этой ему. Да? То есть вот де-факто получается, происходит вот такая очень сложная, напряженная ситуация между двумя моделями университета. Ну, я тоже понимаю, что это противоречит представлению о том, что есть университет, чем он должен быть. Да, это причем не представление. Академическую понятно, там, да. Ну, это услуги, а другая в чем состоит? Ну, другая модель, да, это осколок Гумбольдтовского университета. Понимание, в том понимании ньюмановского, да, которое в меньшей степени возможно, тем не менее, тоже и его. Когда речь идет о вот всех тех ценностях, связанных с, да, формированием личности, образованием, конструированием определенной идентичности, в том числе гражданской. Да, вот. И это все, собственно, вписывается в ту модель, которую мы называем Гумбольдтовского университета. Очевидно, что сегодня, в общем, да, действительно это поставлен этот вопрос и так далее. Я не буду здесь распространяться, Ригнес об этом писал лучше, чем все пересказы и ряд других авторов, но здесь как бы ничего нового, академическое сообщество так или иначе, рационально или иррационально, двигалось в этой, в общем-то, должен признать, устаревшей модели, да, на сегодняшний день. И тут я бы так сказал, оглядываясь уже назад, при всем том, что я не являюсь сторонником вот такого
да, неолиберальной модели коммерциализации высшего образования. С другой стороны, совершенно очевидно, что вот на старой, что называется, телеге, да, вот Гумбольдтовского университета, старой модели, сегодня уже устаревшие, вы называете Гумбольдтовской. Я ее считаю устаревшей, потому что она не вписывается в сегодняшний день. Это очевидно совершенно для меня одновременно. Вот это такой вывод, который приходится делать, несмотря на то, что она, в общем-то, защищает в наибольшей степени наши интересы, в нашем смысле академического сообщества, преподавателей и студентов. И, на мой взгляд, так резюмируя, чтобы, да, так это мы... на мой взгляд, действительно, этот вызов, лично, в моем понимании, является одновременно вызовом для всех, кто как-то мыслит, конструирует, концептуализирует университет. Каким он должен быть сегодня? Это вопрос открытый. Нас не устраивает ни либеральная модель университета, как, но и гумбольдтовская, очевидно, сегодня устает. И встает вопрос, каким быть университетом завтра, точнее уже сегодня, если мы сегодня тоже хотим в нем работать и понимать его как наш дом социальный, да, в общем, для всех нас, физического сообщества, это социальный дом. Вот каким он должен быть? Это, на мой взгляд, открытый вопрос, открытая проблема, которая может стать предметом обсуждения в том числе сегодня. Да, и если позволите, я как раз продолжу эту же мысль о коммерциализации высшего образования, и, пожалуй, эта вещь все-таки неизбежная, потому что, в общем-то, прирост народонаселения, ну, наверное, по крайней мере, в половине стран мира все-таки сокращается. И вот буквально последняя информация, что и в Китае он очень быстро замедляется, начинается старение населения, а количество университетов постоянно растет. Вот. И поэтому во всем мире идет борьба за студентов, то, чтобы в этой борьбе выжить, университет должен работать как коммерческая структура. Это действительно так. Поэтому во всем мире, в том числе в западном мире, идет резкое наступление на права академического сообщества и прежде всего на возможности сообщества влиять на принятие решений в каждом конкретном университете. Но вот в нашей беседе с Владимиром Мацкевичем вспомнил ситуацию в апреле этого года. Преподаватели Нью-Йоркского университета вынесли вотум недоверия ректору, но управляющий совет ректора поддержал. Поддержал по той простой причине, что Нью-Йоркский университет — это очень успешное коммерческое предприятие. Ну, я могу сказать, что зарплата ректора составляет 1 700 000 долларов в год, то есть можете себе представить. Масштаб всего того, что там происходит, это десятки тысяч студентов, и в Нью-Йорке, кажется, в Дубае кампус, в Праге, в Шанхае и так далее, и тому подобное. И в управляющем совете этого университета представлены в основном не интеллектуалы, не специалисты по высшему образованию, а представители ведущих банков, представителей ведущих корпораций, то есть эти структуры вкладывают деньги в коммерческие проекты. Вот. И именно таким образом его рассматривают. И действительно, очень многие университеты вынуждены себя сейчас так ведут, приходится выживать в этих условиях рыночных, и особо показательна эта борьба за рейтинги, когда в университетах создаются специфические службы, которые исключительно работают на то, чтобы в каком-нибудь, хотя бы в одном из рейтингов, университет засветился с положительной точки зрения. Но примерно то же самое сейчас происходит в Белгосуниверситете, насколько я знаю. Выбрали один рейтинг и хорошо там достаточно подвигают. То есть если задаться целью, то все это можно сделать. Вот. И вот с этой коммерциализацией связана такая опасность. Ну, в общем-то, преподаватель университета – достаточно специфический вид рабочей силы. Я вот хорошо запомнил, у нас несколько лет назад появился свой штатный
психотерапевт, как это лучше назвать, но вообще специалист, который работает со студентами, помогает нам с психологом, да. Вот. И я помню, что один наш известный профессор, который встретился с этим психологом, вот первая фраза была такая: «Здравствуйте, вы знаете, мы тут все больные на голову». И вот это очень как бы четко отражает состояние ума преподавателя не только в Европейском гуманитарном университете, я думаю, практически в любом университете. И если вот преподаватели не будут такими, не будут интеллектуалами во всех своих странностях, проявлениях и так далее и тому подобное, это уже не будет университетом. Это будет Макдональдс, это будет учреждение по оказанию услуг и все. И вот эта аура университетская в связи с этим пропадет. И нужно отметить, что, вот, к сожалению, есть разные традиции в том, каким образом академическое сообщество, единой нормы нету. Есть разные традиции, каким образом академическое сообщество все-таки влияет на принятие решений. И в нашей ситуации получилось так, что у нас вывеска Европейского университета, а модель управления американская. А американские университеты, в общем-то, складывались по образцу и подобию создаваемых когда-то там первых переселенцев приходских школ, когда после церкви создавался попечительский совет из богатых прихожан, они нанимали директора школы, а директор школы нанимал всех остальных преподавателей. Вот как бы такая модель внешнего управления, потом это перешло на колледжи и перешло на университеты. В Европе существуют другие модели, они существенно различаются, и буквально в каждой стране мы можем найти какие-то особенности. Но в общем и целом все-таки губертовская модель университета предполагает, пожалуй, с моей точки зрения, максимальную степень академической свободы и максимальную степень воздействия преподавателей на то, как принимаются решения. В том числе есть до сих пор масса примеров, когда преподаватели непосредственно избирают ректора. Ну вот, например, в Кембриджском университете сенат как таковой был ликвидирован в 1926 году. Звучит достаточно парадоксально, но после этого каждые 5 лет все преподаватели, порядка 5000, собираются и избирают ректора. Вот как бы совсем-совсем другая модель, не похожая на американскую. И вот в нашей ситуации ИГУ, как бы основная проблема состоит в том, что вроде бы вот сенат есть. И в этом отношении, ЕГУ – единственный белорусский университет, в котором есть сенат. И очень часто вообще приходится объяснять, что такое сенат, и какие сенаты. Но это аналог ученого совета или просто советов университетов, которые существуют сейчас в университетах Беларуси. Сенат есть, но практически ни на что сенат влиять не может. И основная задача сената – это обеспечение качество образования. Администрация очень часто у нас там разворачивает, говорит, что вы лезете не в свое дело, вот ваша задача качество, качеством занимайтесь. Но проблема состоит в том, что качество образования в первую очередь зависит от того, какие принимаются управленческие решения. И если сенат не имеет возможности влиять на то, кто становится проректором по академическим вопросам, кто становится руководителем департамента, кто становится руководителем программы, понятно, что как-то по-другому влиять на качество очень и очень сложно. И вот как бы это вот основная проблема, которая сейчас у нас сложилась. Сенат есть, но прав у него чрезвычайно, чрезвычайно мало. Единственное, что как бы вселяет надежда, что у сената есть право законодательной инициативы. То есть мы можем предлагать изменения в уставе. Сейчас большинство членов сената представители демократической платформы. И я надеюсь, что мы сможем консолидироваться и путем изменения устава поменять положение академического сообщества и сената в нашем обществе. Может быть, ты скажешь, что у нас такое модель? Да, как он себе представляет тот вызов главный, который сегодня стоит в развитии университета, в данном случае на примере ЕГУ, пока только все слушают. Пока, да.
Да, я затравлю. Сейчас ты раздвинешься. Прошу прощения, что вас дали с метрой в голос Усадовский. Да, как ты начали набираться. Ну так, может быть, несколько тысяч. Я думаю, что для этого разговора мне очень-очень понравилась сама постановка вопроса этой дискуссии, тем, что она предлагает соотнести разные перспективы в интересах, в принципе, развития Белорусского университета. Здесь люди так или иначе причастны к разработке и развитию каких-то моделей университетских. И я так могу представить, что такую внутреннюю перспективу, такую политическую конфликтную ситуацию. Ту часть разговора, которую я застала, я понимаю, что Павел Васильевич об этом как раз и вел речь. Не буду, так сказать, усугублять. Мне просто кажется важным для себя, для, может быть, сложности разговора, чтобы вот о чем сказать. ЕГРУ, ну, вот, по-своему, да, со своей историей является, с опытом накопленным, вот, становлением университета после перестройки. Вот, в какое-то время он вообще был фактически таким, ну, чуть ли не единственным, да, проектом, который пытался ломать какие-то такие корки традиционные советские. И сейчас, что очень интересно, то что вот на этом кейсе ЕГРУ мы обнаруживаем, что вызов заключается в том, есть ли сегодня для Белорусского университета вот какой-то такой третий путь. Я сейчас поясню, что я имею в виду. У нас есть две крайности. Есть ситуация с постсоветскими странами, Россия, Украина, Беларусь, где в разной степени присутствует вот давление той идеологии, которую продвигает власть. В России Путин с их политикой вот, в области высшего образования. В Беларуси известная нам ситуация, у нас тоже есть идеология, тоже есть свой такая достаточно бедственная ситуация с гуманитарными науками, которые поддерживаются всеми идеологической бесполезностью. Вот. Это с одной стороны, это один. То есть вот как-то или вписываться в рамки идеологии, и это ситуация нынешнего БГУ. То есть как-то профессиональные люди, более или менее профессиональные люди, какое-то академическое сообщество, оно как-то адаптируется к условиям нынешней Беларуси. С другой стороны, есть, если я не знаю, успел ли посмотреть, даже сделала маленькую рассылочку, с другой стороны, есть тренд, связанный с неолиберальной идеологией, с неолиберализмом. И то, что происходит сейчас в нашем университете, это чрезвычайно интересно. То есть есть внутрь, можно оценивать политический какой-то расклад, да, сообщество, но это очень интересно и с внешней перспективы. То, что происходит в ЕГРУ, вот изучать, чем интересен этот кейс. Потому что, то есть получается, мы вышли из рамок белорусской идеологии властной, мы ей не подчиняемся. И был красивый вот этот, на стадии развития университета призыв к тому, что европейский университет для Беларуси как европейская страна. Но вот прошло совсем немного времени, и мы сейчас, то есть, если такой брать контекст более широкий тому, что происходит в университете, то связано это, конечно, с тем, что выйдя из скованности идеологии советской, постсоветской, мы на каком-то этапе вошли в зону другой логики. Вот этот конфликт ректората, администрации и сообщества, он связан, если учитывать вот широкий, да, контекст, он связан с тем, что ЕГУ вошел в зону влияния идеологии неолиберализма. И то, что происходит сейчас с нашим университетом, это, вот если судить, говорить, пытаться вводить какие-то политические координаты не изнутри, а извне, это связано именно с тем, что, ну, вот получается, что университет как будто бы должен сейчас пройти какую-то такую мутацию, трансформацию и, судя по некоторым тенденциям, как будто бы стать вот таким неолиберальным университетом. Но очень много из той логики, которая придерживается нашему руководству, об этом свидетельствует. И сам этот раскол, это, конечно, отдельная тема, но просто в двух словах. Для университетской жизни неолиберальная идеология означает, что именно вторичный статус академического сообщества и позиционирование университета как некоторого института, единицы в рамках свободного открытого рынка.
И поэтому это услуги, это какой-то акцент на запросе и некоторых на запросе со стороны студентов. Мы им предлагаем пакеты образовательные, мы им продаем услуги, и значит, а как говорится, клиент всегда прав. И все это мы ощущаем в нашем университете. И это наши внутренние проблемы, но мне кажется, что это очень интересно отдавать себе в этом отчет и учитывать эту перспективу. И сейчас, вот в этом разговоре, который посвящен, наверное, не совсем интересно и правильно сидеть сейчас, как бы обсуждать там внутренние проблемы университета, как внутренние, да? Интереснее именно взглянуть на эту ситуацию с точки зрения того, как может развиваться Белорусский университет и ЕГУ в том числе. Вот ситуация этой как будто бы имеющейся дилеммы. То есть или у нас идет идеологическое, это постсоветское кодирование, или у нас есть альтернатива неолиберального пути, такого тренда. Я сейчас затрагиваю немножко эту проблему, говорил Шусевич. Или, собственно, нам нужно было бы вернуться к гумбольдтовской модели, которая, в принципе, в общем, понятно, что сегодня устарела, и вообще непонятно, возможно ли, насколько, в принципе, возможно сегодня вернуться обратно во вчерашний день, да, и противопоставить тому, что развивается либеральная модель, противопоставить то, что было вчера. Да, просто вот вернуться, мама роди меня обратно, и давайте все будет так, как вот хорошо. И действительно, это проблема вот этого поиска ответа на, собственно, неолиберальный, скорее, вызов, если не возвращаться к советскому варианту. И здесь вот можно маленькую добавку, я тогда завершаю, к тому, что эта ситуация, этот вызов, он касается международного академического сообщества. И вот публикации вот этой, которую я разослала, об этом свидетельствуют везде. И это как раз то место, в котором надо снова вернуться, видимо, к тому, о чем говорили мои коллеги перед этим. Вот есть сообщество академическое, и оно в духе времени, если угодно, в духе каких-то протестных высказываний представителей академического сообщества по всему миру. Вот сейчас озадачено тем, каким образом и есть ли возможность сломать эту новую железную глобологику глобального какого-то такого неолиберализма. Вот это. И вот в этом смысле, вот именно в этом конкретном смысле, на ЕГУ можно учиться не в плане образца подражания, а в плане того, как мы зубы себе ломаем сейчас на этой очень сложной ситуации. Изнутри она для нас, поверьте, катастрофическая. Потому что здесь изнутри тут оказывается моральная оценка всей этой ситуации чрезвычайно болезненна. Потому что команда, которая долгое время развивалась, пусть, может быть, это и было какая-то, может быть, это уже несколько лет было иллюзия самообмана, это деталь. Так или иначе, это был долгий совместный путь. А сейчас он уже не совместный. И поскольку как-то вот какой-то водораздел произошел, оценка с каждой из сторон крайне-крайне такая драматичная. Вот. Прошу прощения, да. Хотел просто запустить заявку, может быть, заканчивая вот этот мини-обзор проблем, которые стоят перед ЕГУ, поскольку тут нет Ольги Шпараги, а я так читал в нескольких интервью, что она давала. Там была еще одна проблема, которую я хотел бы тоже услышать, как вы прокомментировали представителей ЕГУ, это то, что, по ее словам, одна из таких тоже ключевых проблем ЕГУ на современном этапе, то, что он перестает быть белорусским вузом. То есть он все в большей степени превращается в литовские вузы с точки зрения администрирования и с точки зрения того, что там вытесняются все белорусско-ориентированные, скажем, программы. Там департамент истории закрываются те программы, которые посвящены там белорусской культуре, языку и так далее, есть там с языком проблемы. Вот что это тоже есть один из тех вызовов, которые стоят сейчас перед ЕГУ сегодня. Вот правильно ли я понял это? Или для ЕГУ это сейчас не такой вызов? Тут как бы есть два аспекта проблемы. Деликатнее выразиться, а аспект, я бы сказал, не национальный, а гражданской принадлежности топ администраторов нашего университета. Статистика следующая. За последние полтора года из 6 человек, которые были отстранены от должности, 5 составили граждане Беларуси.
Из 7 человек, которые назначены на руководящие должности, 6 составили граждане Литвы. Вот как бы статистика такая есть, и с моей точки зрения это четко выраженная политика администрации университета. И другой аспект — это аспект содержательный, и здесь действительно тут все это очевидно, что многие программы, которые были ориентированы именно на белорусский контекст, вот, они уже закрылись, например, программа по истории Беларуси, культурная антропология, либо на последнем как бы издыхании программы политологии и так далее и тому подобное. Это действительно есть. Поэтому представители демократической платформы как раз вот поставили одной из задач возрождения этих программ и ориентацию на белорусский контекст. Но здесь важно такой один нюанс, он тоже как бы немаловажен, да? Речь идет о том, что касается административной, это действительно здесь эта логика администрации, она в общем как бы для нас во многом тоже не совсем прозрачна, потому что никаких объяснений, естественно, никто не дает. И более того, по закону, то есть уставу университета не обязаны. Директор назначает, действует как власть, она действует как власть. Но что касается самих программ, то здесь включается логика капитала, что называется. Да? На рынке образовательных услуг оказалось, что ни философия, ни искусство, ни белорусистика, ни политология не востребованы абитуриентами. И вот это очень важный момент. Он когда здесь работает два фактора, которые сплавляются воедино, конвертируют и усиливают, и делают ту ситуацию, в которой мы пришли. Что тут важно? Важно то, что это та логика, с которой вы, как бы, вот, если студенты не идут на программу, что делать? Как вы будете на это реагировать? Коллеги, я бы даже сказал, друзья. Посмотрите сюда меня. Мне считать вас все-таки друзья. Так или иначе, я с вами знаком. Больше, меньше, косвенно, прямо и так далее. И поэтому, вот скажем, слушая вас, да, меня обливает куча всяких чувств, помимо соображений и суждений. И вот одно из чувств, которое меня обливает, что оно состоит в том, или как его важно вербализовать можно так, да, я понимаю, что вы боитесь. Боитесь додумать ситуацию до конца, идеализировать ее. Вот я хотел сразу отреагировать на то, что Татьяна говорила. Да надо, наверное, очень надо обсуждать болезненные внутренние проблемы ЕГУ, которые вроде бы, и не стоит выносить там наружу, да, это проблемы тех, кто составляет это сообщество не абстрактное, да, а сообщество людей, которые вложились в ЕГУ, живут в нем и чей-то долг. Да. Это одна штука, но наблюдая за тем, что у вас, я пока вот в этом смысле говорю про вас, да, у вас происходит, я понимаю, что вы говорите об этом трусливо, да, не интеллектуально, не философски, не поднимаясь до обобщений, из которых вся ситуация видна была бы по-другому. Ведь обратите внимание, я вот не успеваю делать на этом дурацком гаджете пометки, но тем не менее, университет оказывает услуги. Услуги – это рыночная маркетинговая категория, категория, отсылающая организацию, структуру к сфере услуг. Вот мы находимся здесь, на территории прачечной, ремонта обуви и так далее, да? В том числе мы читаем лекции. Да? Вот разные услуги могут быть. И в этом смысле, как только мы принимаем нарратив, сервильный нарратив, мы сразу оказываемся в кругу представлений, соображений, мыслей, из которых не вырваться, если мы не обобщаем, если мы не выходим на более высокий уровень идеализации, не абстракции, а практической идеализации. И здесь, как мне кажется, вот не очень разводится
три совершенно разных дискурса. Вот этот вот сервильный маркетинговый дискурс. В этом смысле я почему отреагировал на то, что ты сказал про невостребованность на рынке культурологов, искусствоведов, философов и так далее. Ребята, ну как только вы принимаете этот дискурс сервильный, рыночный, маркетинговый, становитесь маркетологом. И это давно было понятно, что проведя маркетинговую ситуацию, анализ, да, было понятно, что это все не востребовано, поздно жаловаться. Так, ну, Владимир, подожди секундочку. Вот это сразу упирается в один вопрос, который от века стоит перед ними. Кто его финансирует, как долго, каким образом. До этого тоже надо доходить. Да. Потому что второй дискурс. Если есть этот вопрос решен, то... Нарратив, который здесь присутствует. Я прошу прощения, тут, мне кажется, какое-то недоразумение произошло. Нам вот эти вещи говорить нет смысла. Мы этот дискурс не разделяем. Мы его озвучили как тот дискурс, который определяет политику управления, политику менеджмента. Конечно, но как только вы начнете говорить этим языком с ними... Мы не говорим этим языком. На Сенате конфликты, споры, противостояния, которые разворачиваются в последние минимум полтора года, в том как раз и заключаются, что мы настойчиво члены Сената противопоставляем представителям высокого управленческого состава, которые присутствуют на Сенате, другой язык, возвращая, в общем-то, к той же миссии, которая нашего университета, которая формулировалась когда-то. Ну, так, просто давайте, может быть, действительно, мы упираемся, не должно, мне кажется, превращаться в допрос, что у нас, вот о чем, мне кажется, не так, в какую плоскость нужно повернуть. Вопрос здесь заключается в том, как решается финансовая сторона дела. В университете, в любом, неважно, как. Вот в нашем университете, если речь идет о кейсе, в общем, действительно, модель такая американского типа, есть управляющий совет, который берет на себя функцию менеджмента. Более того, академическое сообщество, в принципе, идет на этот компромисс. Более того, это самый удачный для него компромисс. Почему? Потому что академическое сообщество предпочитает заниматься преподаванием и исследованием, правда? И не заботится об этом. Это такая головная боль. Риггинс это все очень хорошо описал. Ну да, да. Но тем не менее, вот было время, когда как раз нас активно привлекали. В общем, так можно сказать, ничего хорошего из этого не получилось. В каком-то смысле. Да? А потом наступил период последний как раз. Сейчас, когда в общем-то академическое сообщество... Хорошо, вы занимаетесь своими делами, мы берем на себя только финансовый вопрос. И вот тут как бы появилась та самая ситуация, которая... То есть я думаю, что в любом случае, на мой взгляд, исходя вот все-таки если так, да, я не разделяю точку зрения эгоистического неучастия в финансовых вопросах. Почему? Потому что вот мы, например, уже которое время подряд пытаемся выяснить структуру расходов нашего университета. И почему оказывается, что падеж программ, а не администраторов. Администраторов становится больше, программ меньше. Чтобы сделать уважаемого господина Пикулика, который является профессором Европейского университета Санкт-Петербурга, доцентом, а это около 30 евро в месяц, денег нет. Чтобы пригласить и сделать еще одну позицию, вот в данном случае сейчас провоз, который будет поглощать десятки раз больше ежемесячно средств, деньги нашлись. То есть мы вот этого, и это подталкивает меня к пониманию того, что нам неизбежно придется включаться в эту логику капитала. Вот я же не сторонник того, чтобы это не обсуждать. Я просто говорю, что эти вещи обсуждаются на соответствующем языке, и тогда мы и решение принимаем. Грубо говоря, университет принимает структуру языка, на котором его обсуждают. И из этого не вырваться, если, опять же, не смотреть на сами языки, на которых мы это говорим. И вот сейчас тоже как бы присутствует другой вид нарратив политический. Законодательная инициатива звучит, демократическая платформа. То есть попытка вести политическую борьбу внутри. Вот пока чего-то неописуемого, да, неописанного. Третий нарратив, который прорывается, это, собственно, университетский, да, вот, корпорация, миссия и так далее, да, где, ну, казалось бы, нет места вот тем меркантильным
вопросов. На самом деле есть. Если мы посмотрим, опять же, ширше, да, на это, как говорят, потому что нужно обсуждать точно так же университеты другие. И почему мне нужно, чтобы как бы, вы меня признали другом, да, мое обращение к вам как друзьям с одной стороны, а с другой стороны, я ведь другой по отношению к университету. Да? Но я другой, а как отношения наши строятся как с другими? И кто такие другие для университета? Это государство, это нация, это церковь, это рынок и потребители услуг, там, или еще кто-то. И интеллектуалы, как среда и сообщество, в котором университет, как там, не знаю, отечество там, да, всех интеллектуалов, обязано быть, иначе утрата этого отечества – смерть для всего интеллектуального сообщества, независимо от того, получают они там доцентские там, ставки или нет. И вот другие, вот, тогда я говорю, ага, я хочу, хотел бы, например, быть вам полезен. Ну как? Ну как? Вот когда-то же Панков там в своем этом эссе там описывал, да, как, что когда он брал у меня интервью, когда выгоняли ЕГРУ из Минска, Галков, проректор, не надо нам такой помощи. Как университетская корпорация, как университетское сообщество выстраивает отношения вот с этими фундаментальными другими? Да? Не просто личностные отношения. Личностные я вам очень сочувствую, я как-то слежу за тем, что есть, да, приглашаю Павла там, в СМИ поговорить об этом, читаю, что вы пишете, ваши высказывания, интервью, но вот как онтологический, как социальный другой, я отсутствую, по-моему, в ваших размышлениях тоже. Я позвоню. А тогда, смотрите, финансовые отношения университета, как и финансовые отношения церкви, еще каких-то институций, они другие, не рыночные. Они не рыночные, они более универсальные по отношению к экономической формации, в которой существует. Когда-то, когда я начал размышлять только об этом в конце 80-х, в начале 90-х годов, вот эта вот сфера услуг, и образование как услуга, или подготовка, точнее, как услуга, я тогда уже четко разводил образование как неконъюнктурная, не услуживая вещь, и подготовка как конъюнктурная и завязанная на рынок. Вот, когда я тогда об этом размышлял, и когда тогда приходилось в сообществе на разных уровнях образования это обсуждать, это было революционно и ново по отношению к советской системе образования. Тогда мы еще не очень понимали внешнюю среду, мировую ситуацию. А Эдингс уже к этому времени не написал эту книгу свою. Да? Нам надо было бы это понимать. И мы тогда с помощью этой категории услуги, с помощью рыночных категорий, рыночного нарратива, пытались изменить эту систему образования. Что-то даже удалось там, многочисленными усилиями. Но мы попали в другую ловушку, к которой были не готовы. Да? И тогда маркетинг, рынок забил все. И мы настолько быстро эволюционировали к тому виду университетов, которые, наверное, которые критикуют Эдингс, попавшие в лапы маркетологов, даже не менеджеров, маркетологов, что мы просто не успели к этому адаптироваться. И сегодня, говоря об этом, мы действительно путаемся в показаниях. Вопрос, как ты сказал, да? Какой должен быть университет? Каково качество образования? Вопрос открытый. А как его закрывать? Давайте хотя бы сделаем несколько шагов на то, чтобы ну, закрыть в том смысле, что дать ответ. Да? Не просто сомневаться, не просто говорить, нельзя вернуться во вчерашний день. Но хоть что-то предложить по этому поводу. В каком языке? В каком языке это надо делать? А язык должен быть точно не маркетинговый, не политический и даже не устаревший корпоративно. Фактически тогда ты говоришь, что это может быть только язык философии. Только да. По крайней мере, по степени обобщения, да, и идеализации, это только язык философии. Вы знаете, когда методология. Понятно. Если преподаватель анализирует вот это нашествие неолиберализма, то неолиберализм обычно не противопоставляет Гумбольдтскому университету, а противопоставляет нечему такому абстрактному республику ученых. И вот
если это республика ученых, а таковым университет был на протяжении столетий, то политический дискурс... Он был столицей республики ученых. Столицей, потому что ученых не только в университете. Но в данном случае политический дискурс абсолютно уместен, если мы хотим сохранить университет как республику ученых. Это раз. Я абсолютно с вами согласен, что есть некие внешние силы, которые должны влиять на университет, и в этом как бы во многом наш посыл, то, что мы предлагаем, потому что управляющий совет, который фактически управляет университетом, состоит из филантропов, состоит из специалистов в области западного образования, которые, в общем-то, ну, вреда университету не желают. Вот. Но каких-то конкретных личных интересов в этом проекте у них нет. В то же время, да, мы часто говорим о том, и нас постоянно упрекает эта администрация, что мы живем на подаяние, что мы живем на донорскую помощь, это действительно так. Но доноры практически на то, как работают университеты, тоже не влияют. Они появляются раз в год и представляют красивую картинку, острова свободы и так далее, и тому подобное, там кто-то здесь спрашивает, на этом все заканчивается. И когда речь идет о том, кто как бы заказывает музыку, то надо говорить о том, что самый крупнейший вклад в учет университета вносит много, как вносят наши студенты. Это больше, чем то, что дает ежегодная Еврокомиссия. В то же время, как студенты могли влиять, например, они имеют на это абсолютно законные права. Или их родители, которые оплачивают защиту. То есть речь идет о том, что должен быть попечительский совет, хотя бы, в котором бы вот эти интересы каким-то образом учитывались. Что для связи с гражданским обществом? Да, прошу прощения. Я бы не уменьшал влияние доноров. Вот, к сожалению, Павел уже разговаривает. Вы, может быть, видели нашу беседу с ним на Белсате. Но Максим Жбанков, который предлагал обсудить проблемы ЕГУ на Белсате, уперся в то, что руководство Белсата не очень хотело эту беседу, этот вопрос поднимать. А все потому, что фактически у Белсата и ЕГУ одни и те же доноры. И, в общем, невыгодно поднимать вопрос такого типа. Поэтому я бы не согласился, куда бы хотели, да, с тем, что доноры не оказывают такого влияния. Я тут всем рассказал про то, что нашу беседу с вами на Белсате пришлось пробивать. Максим Жбанков это начал, потом мы там добили немножко и так далее, чтобы, в принципе, поднять на Белсате эту тему. Белсат, руководство Белсата не хотело этого. И наша передача, наш выпуск задержался на долларе, пожалуйста, больше, да, пока, ну как, по своей точке зрения, острота ситуации не была снята. И это потому, что у донора, у Белсата и ЕГУ одни и те же. И в этом смысле руководство, менеджеры, как бы там ни строился менеджмент, они соотносят это с... Вы понимаете, тут вообще, мне кажется, в Беларуси такая интересная ситуация... А, Таня, я забираю слово. Записывайте это слово. Заговорите. Такой двойной цензур действительно выстраивается. С одной стороны, идеология, которая закрепляет партию. С другой стороны, поскольку все мы дети капитана Гранта, что называется, да, все мы оказываемся вытесненными из этого общества, из легального существования, вынужденного существовать на деньги доллара. Вот. Здесь есть вот та ситуация, которая случилась с Белсатом, она же не только с Белсатом. Мы натыкались неоднократно, но люди не хотят светиться, не хотят выходить. Почему? Потому что ИГУ, там, проект, да, такой удачный, успешный, там, много до него. Доллары и так далее. Тяжелые отношения с другими. Вот. И с другой стороны, да. Тут как бы получается, что каждый раз оказывается, что вот эта двойная цензура в нашей ситуации является таким, как всегда было, рычагом воздействия, в том числе со стороны администрации, она не лишена резона. Действительно, вот мы начинаем, если выходить в СМИ, мы, так сказать, дискредитируем, да, кого, в том числе доноров, которые привели к такому состоянию.
во многом они чувствуют GPS. Вот это действительно таким еще дополнительным препятствием к тому, как раз Владимир, вопрос, о котором вы говорите. А да, там сотрудничество, выяснение там, да, каких-то точек соприкосновения с внешним миром. В принципе, оказывается, что двойная цензура явно не способствует открытости университета. Наоборот, ИГУ был и остается во многом черным ящиком. И фактически вот то, что произошло сейчас, это был такой, ну, беспрецедентный выход тех, кто еще остался в университете, но тем не менее сказал что-то о самом университете. Как правило, было обычно так. Говорили об университете те, кто уходил из университета. Да? Ну, то есть, вот, если вы вспомните, да, уже ушли, в смысле. Но это уже было неинтересно. И уже было неинтересно, совершенно верно. И никому не было неинтересно, совершенно верно. Вот. И в этом смысле как бы получается, что все недовольство они уносили с собой за пределы университета, и университет не менялся. Ну, вот давайте обозначим. Татьяна. Чтобы не ушла актуальность того, что Татьяна сказала. Можно я обозначу, а потом Татьяна. Ну, хорошо, память тогда знает, что говорит, я вам скажу. Давайте зафиксируем, что для интеллектуалов Беларуси ЕГУ это, ну, с одной стороны, да, и может быть даже в первую очередь, большой коллективный подвиг, а не черный ящик. Это выступление, в принципе, ЕГУ, инициаторов ЕГУ против порядков БГУ, против того университетского, как бы, состояния, в котором, которое было в стране в начале 90-х годов, это отстаивание своей автономии на протяжении существования в Беларуси, это сохранение своей автономии вплоть до эмиграции, и это, ну, в общем, и сегодняшнее действие сообщества ИГУшного в своем противостоянии с менеджер, да. То есть это такой продолженный, пролонгированный подвиг представителя академического сообщества, с одной стороны. Очень лестно. Я специально это обозначаю. Спасибо, я не ожидал. Это не комплимент. Я ожидал. Чтобы мы понимали, как к этому. Другой стороны, вторая часть. Это, с одной стороны, сновистские, эгоистические, узкокорпоративные отношения, скажем так, уже не сообщества, да, а отдельных представителей и работников, сотрудников, скажем, учреждения ИГУ по отношению ко всему остальному сообществу. Если бы оно существовало, ну, скажем, к протосообществу, университетскому, академическому, интеллектуальному. И эти два отношения сохраняются. Кроме того, у ЕГУ нет реального места в социокультурной ситуации в Беларуси. Оно не артикулировано. Может быть, оно даже неосознанно и так далее. Потому что нет отношений с политическими партиями, гражданским обществом, да, с тем же государством. Несмотря на то, что ЕГУ был пионером, тоже и пионером в этих вопросах, в 90-е годы, во всяком случае. Но потом обрубались, в силу, наверное, того, что не приносили доходов, вот эти вот связи, отношения, или потому что они провоцировали политическое обострение, там, или еще что-нибудь. Да? Но на сегодняшний день ЕГУ одинокая, взорвавшаяся, Действительно. Уже есть какая-то история у нашего разговора, я вынуждена вернуться к каким-то сюжетам, которые отошли, но, мне кажется, они важны, тем не менее. Во-первых, я все-таки думаю, что одна из наших основных проблем, и в принципе наша ситуация не связана
с каким-то выбором языков или с каким-то различием языков, или с тем, что мы не на том языке говорим. Ситуация сложнее хотя бы потому, что наше руководство прекрасно говорит на обоих языках. И на языке Гумбольдтовского университета, когда надо, этот пафос включается, посыл, этот месседж, в общем-то, это даже стало некоторой такой уж наигранной, да? Риторической, да, риторической формой. Она срабатывает, но уже, увы, уже не внутри университета. Но этот язык вполне освоен и в руководством университета. Другое дело, что озвучивает, осваивая, запуская эту риторику, управление осуществляется не в этой группе. Я хотела бы вернуться к тому, о чем Андрей говорил. Мне кажется, это очень-очень важный момент по поводу финансового, да, измерения уже нашей проблемы. Действительно, мы далеко, Владимир, не идеалисты. И, во-первых, не идеалисты, и я думаю, что назвать, есть в этом какая-то только, я не хочу как-то хвалить или возвышать нас, но все-таки есть какая-то толика несправедливости, некоторой такой неадекватности в определении наших усилий, как там недостаточно смелых и убедительных. Мне кажется, это про усилия, про мысли. Мысль наша, возвращаясь к сюжету с деньгами, наша мысль заключалась в том, чтобы вот в какой утопии. Наверное, это мысль утопическая, но пока она нас как-то, мы в нее, я думаю, что коллеги согласятся с этим, поскольку письмо это было подписано множеством людей, есть некоторая такая практическая мысль, которая нами движет. Мы полагаем, что академическое сообщество могло бы участвовать в определении финансовой политики университета и именно в том вопросе, в котором финансовая политика связана с развитием академических программ. Вот то, о чем Павел Силович начинал говорить. И один очень конкретный пример, он уже сегодня звучал. Закрыли философию, историю, руководствуясь железной логикой экономической нецелесообразности. Наш аргумент, и точнее говоря, предложение от академического сообщества заключается в том, чтобы не торопиться играть по правилам рынка. Да, эти программы, так сказать, в том виде, как их подавали, они были экономически нецелесообразны. Но мы действительно видим возможным пересмотреть форму подачи, да, или форму продвижения каких-то академических проектов, дискурсов, образовательных программ или исследований. Просто требуются дополнительные усилия, чтобы эти проекты развивать. И наше руководство не считает нужным тратить время на то, чтобы, например, встречаться с академическим сообществом и обсуждать альтернативные модели продвижения академических инициатив университета и предложения другой финансовой политики. Это в духе того, о чем говорил Андрей. Да, наша ситуация такова, что мы не можем не отвечать за то, на какие средства мы существуем. И мне кажется, это тоже, в общем, довольно показательно и довольно новая ситуация для белорусских академиков. Вот если обсуждать не только случай ИГРУ, но и случай, скажем, белорусского коллегиума или же случай летучего университета. Сколько людей, вовлеченных в деятельность этого университета, готовы обсуждать и включаться в вопрос его финансового благополучия этого проекта? Мы хотим и готовы, и мы именно это право пытаемся отставить. Давайте немножко заострим. Давайте Павел пытался тоже встретить. Пускай Владимир очень застрит. Ну хорошо. В своем интервью коснулись этой темы про жизнеспособность людей с философским образованием и фактически, скажем так, не в рыночных категориях, да? Не в спросе на людей этих, да? А в их самодостаточности и умении находить себе место в самых разных областях. Какой-то вклад в общество. И вот я думаю, что эту идею, независимо от того, или вот это вот направление размышления, да, и искусство, нужно углублять и развивать. Я когда-то вообще очень примитивно, по-моему, эта статья есть, книжки, там где-то в интернете болтаются,
зачем нужны, зачем философы народного хозяйства, да? Обостряют вот эти штуки. Я думаю, что это наступательная тактика. Потребность, или как бы, ну не потребность, это плохое слово из маркетингового, опять же, да, нарратива в данном случае, а, скажем так, необходимость. Необходимость людей, носителей философского отношения, способных к философствованию, необходимость этих людей в обществе нужно прописывать, внедрять, вводить в общественное, как бы в общественные дискуссии, в дискурс и так далее. Мы этому недостаточно внимания уделяем. Отсюда, ведь дело не в том, что, например, вы с руководством легко оперируете там, обоими дискурсами, скажем так, да? И университетским, и вот этим маркетинговым. А дело в том, кто в каком дискурсе переигрывает. Это ведь игра, это сложная борьба, игра, противостояние и так далее. И в него надо играть, играть всерьез. Причем задействуя в том числе не играющую на сегодняшний день публику, общество, каким бы оно ни было в Беларуси. Опять же, вот этими дискуссиями, почему я вот всегда внимательно отношусь к средствам массовой информации, какими бы они у нас ни были, там, и так далее. Да? Потому что через них мы можем выплескивать проблемы, вопросы, касающиеся, непосредственно касающиеся узкого круга людей, в широкое обсуждение, тем самым вовлекать общественные институты, группы, соприкасать интересы и так далее. Когда появляется запрос на темы, определенные позиции, и так далее, запрос, и когда воспринимается или принимается вызов, брошенная там перчатка или что-то, идут как бы соответствующие процессы. И поэтому университет, вот мы с Дунаевым это спорили на первых там этапах университетского семинара, он постоянно отстаивал гедонизм и эгоизм университетского сообщества. Отличительную особенность и характеристику. Но университет – это очень влиятельная политическая сила, в принципе. Университет – это необходимый институт в сложном взаимодействии крупнейших игроков в культурно-историческом пространстве. Умбертовский университет немыслим вне государства. Поэтому, например, поддержка академического, борьбы академического сообщества с менеджерской администрацией могла бы исходить со стороны государства, потому что государство в этом смысле и демократия играют за разные команды. Точно так же, как там... В Советской Федерации не привлекало, кстати? Да, нет, я понимаю, это в данном случае мы находимся в специфическом государстве, да? Но, опять же, находясь в специфическом государстве, мы можем упрекнуть академическое сообщество интеллектуалов в неучастии в политической жизни. Специфичность нашего государства в том числе определяется тем, что интеллектуалы не работали в этом пространстве, не делали свою работу. Ну и так далее. Да? То есть мы сегодня не можем, я думаю, рассчитывать на простые решения. Вот если послушать то, что вы рассказываете, ведь это касается, все проблемы вот эти, касаются не только ИГУ. Ну, опять же, апеллируя к Ринусу, вся система сегодня образования претерпевает этот кризис, университеты все, да? Полонский процесс, если мы начнем анализировать, он работает против вас. И так далее, да? То есть тогда, ну как, надо заворачиваться в простыню и ползти на кладбище, на котором находится сегодня, в том числе и Мурманский университет. И сказать, ну все, время кончилось, прошло и так далее. Если мы хотим не просто арьергардные бои вести, защищать хоть тот минимум, который остался, а переходить к наступлению, нам нужна, если хотите, идея университета. Идея, ну, современного университета, соответствующие дидактические вещи, связанные с образованием и так далее. Понимание того, что университет не учит, а в университете учатся, там и так далее. И у нас есть в этом смысле прецеденты и союзники. Вот опять же, когда мы на ранних этапах университетского семинара обсуждали современные формы университета, там как аналог или как парадигмальный образец выступал ЦЕРН, с
его неспецифичными для такого рода научного сообщества. Антон Николаевич, интервенция в образовании. Причем не только высшее образование, но даже начальное образование. Это союзник в большей степени, чем Нью-Йоркский университет там, или даже университет Чикагский, там, Дьюи там, и так далее. И мы, опять же, призываю шире смотреть на эти вещи. У нас должны быть союзники в нашей игре. Я прошу прощения. Я, собственно говоря, видимо, встаю на своё место с этого закончил. Поэтому такой сильной сбивки не произошло. Я вот долго слушал предыдущие выступления, действительно много за что можно было бы зацепиться, но я постараюсь выделить то главное, что, мне кажется, например, мотивировало меня на то, чтобы активно работать над тем, чтобы эта дискуссия состоялась. Когда я говорю за себя, я в данном случае даже не могу сказать о себе сейчас как о одном из членов академического сообщества МГУ, хотя им формально, собственно, являюсь. У БГУ сейчас свои проблемы развития, и действительно они были емко сформулированы сегодня. Это борьба за рейтинги, собственно, одного из испанских агентств, которые эти рейтинги проводят. И, собственно, каждый раз это превращается в очередной фарс, украшательство интернет-странички университета все новыми девайсами, все новыми кнопочками. Я сейчас скорее пытаюсь мыслить с позиции человека, который на определенном этапе, на достаточно раннем этапе, подключился вот к реализации новой программы ведущего университета. И вот когда я слушал и, собственно, Андрея, и Татьяну, ну, собственно, всех, у меня возникал периодически такой эффект дежавю. Потому что все те проблемы, которые, собственно, озвучиваются сейчас, на сегодняшней дискуссии, уже были нами обсуждены и отработаны 4 года назад, когда, собственно, только этот семинар запускался. Когда еще даже ведущий университет запускался как не просто некая фантазия в головах, а как то, что сейчас имеет, по крайней мере, определенное тело, определенное воплощение. И вот тот момент вызова, который сейчас видит перед собой игрушное сообщество, ну, то, что я сегодня, например, услышал, это вот этот конфликт между менеджерианской логикой и логикой академического сообщества, это конфликт, который действительно уже классически описан, описан тем же Эйдингсом, и до него, собственно, это уже начинали описывать. И который явно ведет к тому, что, ну, собственно, либо университет окончательно исчезнет в своем каком-то более или менее внятном понимании, либо как бы эта логика себя исчерпает. Одно из двух. Но вот и тогда, и сейчас, собственно говоря, мы этот, собственно, возможный конфликт пересматривали с точки зрения того, как не допустить вообще того, чтобы такая вилка, такая дихотомия вообще возникала. Дихотомия между этим стилем университетской жизни и другим. И действительно, это было возможно отрефлексировать не как возвращение назад, не как вернуть какую-то модель университета, когда она еще была более или менее подходящей, интересной для того же академического сообщества. Действительно, это хотелось бы тогда вернуть все золотые времена, когда профессор был уважаемой фигурой, когда у него там был личный дом, сад, горничная, и, собственно говоря, весь тот социальный статус, пакет, который за ним был. Да? А речь шла о том, как университету быть сегодня.
И по сути дела, когда вот возник вопрос, а что же можно делать с университетом Беларуси сейчас, это был вопрос не то, можно ли там, опять же, в БГУ вернуть университет, или во что-то другое вернуть университет. Это был вопрос вообще глобального переосмысления миссии. Потому что вот то, что сегодня я слышу, это в основном мне напоминает рассуждение вменяемой части команды корабля, которая видит, что там боцман спился, собственно, капитан тоже уже не вполне понимает, куда идет корабль. Помпы давно не работают или работают плохо. То есть корабль течет по швам и, скорее всего, где-то в ближайшее время может потонуть. Но вот то, что может предложить вменяемая часть команды, это вот починить те помпы, которые еще можно починить, кое-как залатать те дыры, которые еще можно подлатать, и двигаться дальше, вот куда-то дальше, но пока еще на плаву, а не под водой. Нет. А что вы, Павел, нашли? Вот вы расскажите, когда нам поделитесь. Научите меня вас. Если это бесплатная услуга, конечно. В том-то и вопрос, что нельзя сказать, что у нас был дан готовый ответ 4 года назад или 3 года назад, который мы уже имеем как свой запатентованный рецепт создания современного университета по третьему или там, четвертому пути, не похожему ни на какой другой. Пока это действительно еще эксперимент и поиск. Поэтому я не был кое-что. Ну, да. Да, но тем не менее. Вот из чего мы исходили тогда и исходим сейчас, это из того, что нельзя натянуть на себя прошлые одежды прошлого университета. Надо себе скроить какие-то новые. И это подразумевает кардинальное переосмысление ряда ключевых для университетской миссии пунктов. Во-первых, университет – это все-таки учреждение образования или что-то больше? Вот сейчас фактически, почему возникла вся вот эта логика оказания услуг? Потому что университет свелся к учреждению по оказанию образовательных услуг. Образовательные услуги – такие же услуги, как, собственно, та же прачечная или, ну, может, чуть со своей спецификой, но, собственно говоря, не шибко отличающиеся по логике коммерческого предприятия. И это один из главнейших моментов. Университет – это именно образовательное учреждение, где подготавливают людей с дипломами, чтобы они потом шли дальше трудоустраиваться или же что-то еще такое в своей жизни добиваться с этим самым дипломом. Или же университет дает людям что-то глобально превосходящее, самый диплом, или же просто возможность как-то устроиться в жизни на каком-то теплом месте. Значит, это вот первый момент. Образование – это главное в университете или дополнительное обстоятельство и составляющее его жизни. Дальше. Какова может быть новая роль той же самой академической корпорации? Насколько здесь можно избежать, вот, с одной стороны, впадания в какой-то аутизм или слепсизм, корпорация, которая ничем не хочет уже заниматься, кроме как вот совершенно узкими проблемами, там, связанными с новыми методиками чтения курсов или отработками какого-то там содержания, больше ни во что не включаясь, ну, такая внутренняя самоизоляция. И тем, что, по сути дела, это корпорация, которая должна, собственно, и создавать университет. Именно благодаря этому университет, как и церковь, слово, которое применимо как к зданию, в принципе, так к каждому человеку, входящему в него, так и ко всему предприятию в целом. Университет – это и каждый из нас, и, собственно говоря, и сама корпорация. И, соответственно, опять же, переосмыслить, что есть университетская корпорация сегодня. Она, опять же, нечто, созданное по гумбольдтовским лекалам, или какая-то новая совершенно группа, новое совершенно сообщество, которое ставит перед собой совершенно иную миссию.
Вот. Тогда это было сформулировано достаточно амбициозно, как такая, может быть, суперполитическая миссия университета. Если университет не хочет постоянно жить в гетто, не хочет жить в резервации, ему необходимо, по сути дела, заняться экспансией. То есть создавать университет вне себя. То есть создавать общество как университет в своем глазном таком исполнении. И тогда это будет попытка вот такой не автономной уже жизни, а, соответственно, как радикально автономной. То есть сделать так, чтобы в обществе место университета было предусмотрено обязательно. И общество само заботилось о том, чтобы университет в нем был и выполнял свои функции. И это, опять же, к смыслу того, как переосмысляется вообще само представление университета. Третий был момент, когда мы переосмысляли возможность науки и исследований в университете. И сейчас университет очень часто утрачивает эту позицию вовсе. Белорусские университеты практически ее совсем утратили. Они фактически свели свою исследовательскую составляющую к формальному выполнению вот этих самых программ, научных, как называемых. Но, по сути дела, это сводится к написанию отчетов в установленные сроки и сданию их в макулатуру. И университет уже воспринимается как научный центр очень, на примере БГУ, в очень редких областях, в основном прикладных, либо там связанных с какими-то там прикладными физическими технологиями, либо там прикладными химическими, но никак уж ни в коем мере не с гуманитарными и с большинством даже и естественно, куда это дело стали. Но сегодня даже в тех университетах, которые еще пытаются отстаивать это тоже такая большая проблема. Что должно быть исследование сегодня? Должно ли это быть, опять же, исследование в старом понимании этого дела? Или же это должен быть какой-то совершенно новый формат исследования? И эта проблема тоже нами затрагивалась неоднократно и со своими результатами, и со своими рецептами. Я сейчас просто не к тому, какие мы хорошие, столько много хорошего надумали, пока все остальные там в подушку спали. Я к тому, скорее, что вот те проблемы, с которыми ЕГУ, точнее, сообщество ЕГУ, столкнулась сейчас, это, собственно, те же проблемы, которые стоят перед нами уже не один день. И вот просто те вызовы, которые были для нас 4 года назад, они несколько отличаются от тех вызовов, которые есть сегодня. И мне кажется, если вот университетское сообщество ИГУ сейчас приобрело своеобразный карбланш, вы выиграли тактически у вот этой самой менеджерской логики развития университета, выиграли тактически тем, что вот смогли пробить свою группу влияния на где-то принятие решений о дальнейшем судьбе, о дальнейшем развитии его. Вот не хотелось бы, чтобы это свелось к тому, чтобы, как я уже говорил, это свелось к подлатанию фактически прежнего блеска, или хотя бы к тому, чтобы там вернуть какие-то следы утраченного благополучия. Хотелось бы, чтобы и ЕГУ наравне вот, с тем же университетом, который стремится переосмыслить вот, место современного университета в Беларуси и в мире, точно так же стремился к каким-то целям превосходящим возвращению или реставрацию прежнего. И сводящимся просто к логике борьбы и оппозиции с тем, что существует как внешние вызовы системы, там, с белорусским государством или с литовским государством, с донорами, с любыми другими агентами влияния, которые пытаются что-то там навязать или что-то противопоставить. Вот, когда и вот этот университетский семинар осуществлялся, он же и осуществлялся где-то как попытка собирать тех, кому интересно вообще рассуждать об университете сегодня. Другое дело, что это не получило такого резонанса и, может быть, не получило того ауры, того места, куда могли бы приходить все, и вот эти проблемы для себя обсуждать. Но в общем и целом
завершая свой спич. Я к тому, что, может быть, хотя бы сейчас мы уже можем действительно находить какие-то общие места. Общие места, которые я, например, услышал в реплике Андрея, который фактически сказал, что по-старому мы жить не можем. Конфликтовать с этой моделью, опять же, в той старой логике, мы тоже не в состоянии. Но и что делать дальше, это вопрос открытый. И вот как этот вопрос открывать, как его отвечать, как раз, на мой взгляд, это самая сейчас актуальная задача и для ИГУ, и для ведущего университета. Просто у нас там, может быть, этап несколько различный. Мы где-то там прошли свой этап небольшой, у нас сейчас, может, чуть другие вызовы, чем для ИГУ. Но, в общем, в целом, ситуация такая. Либо университет Беларуси сегодня пытается создать себя заново, как современный университет, либо же он, собственно, смиряется с тем, что этот Титаник еще сколько-то там поплавает, осколки, ну, неважно, Титаник или баркас Титаника, что там осталось, да, поплавает, но утонет, неизбежно утонет. Не сейчас, так через 10 лет. Не через 10 лет, а через 15. Как оптимистично. Я просто думаю, что вот касательно рецептов и общих рассуждений, все это во многом интересно и заслуживающее действительно какого-то продолжения, в качестве, для продолжения обсуждения вещи. И проблема в том, что большинство из этих формулировок располагается на таком уровне обобщения, которое мало как-то ложатся на злобу сегодняшнего дня. Можно продолжить эти рассуждения в духе, просто хочу напомнить, года два, может и три назад вышел специальный номер Томаса, посвященный именно вот этой же теме. И многие сюжеты, которые мы сейчас кратко наметили, тоже там в разных аспектах, разными авторами, там, безусловно, не только белорусы участвовали, затрагивались. Это, вот, если продолжать разговор вот в этом режиме, да, общего обсуждения и нащупывания каких-то таких формулировок, да, проблематизации на языке философском или социальном языке. Татьяна, это не общее рассуждение, я хотел сразу... Ну, вот я хочу... Я к практическим вопросам. Вот, возвращаясь к практическим вопросам. Ответ на многие из тех вопросов, которые были сформулированы, на входе зависит от того, как в случае с каждым конкретным университетом сначала дается ответ на вопрос по поводу того, какие обязательства берет на себя университет. То есть, если говорить не в терминах «может быть», да, а в терминах того, как есть на сегодняшний день. То есть, какие обязательства берет на себя сегодня университет, и как каждый из этих конкретных университетов решает для себя вопрос, и академическое сообщество в том числе, вопрос по поиска финансирования. Относительно обязательств. Ситуации разные. У ЕГУ сегодня обязательство основное связано с тем, что мы выдаем дипломы. Дипломы, которые, ну, вот как-то включены в какой-то такой академический обмен и так далее. Ну и это сразу уже вас... Подождите, про гибкую почву. То есть, с одной стороны, понятно, что это сразу втягивает вот эту логику... Но это наша ситуация. Конечно. Мы мыслим, исходя из того, что... Какая наша стартовая ситуация? У нас университет дает дипломы о высшем образовании, ну, говоря на старом, да, языке, и претендует на некоторую репутацию в области исследований. То есть есть какие-то такие ниши и зоны, где исследования проводятся и претендуют на определенное там, резонанс, качество в каких-то конкретных областях. То есть это не только образование, но и исследования. И обязательства, которые берет на себя университет, связаны с этим. С тем, что он дает диплом и претендует, значит, должен подкреплять свои притязания в качестве исследовательского учреждения. И второй вопрос, опять же, финансовый. То есть невозможно обойти. То есть я предлагаю рассматривать ситуацию во всей ее практической остроте. Конечно, а связано, да, она с обязательствами финансирования. Только давайте так. Да? Во всей практической полноте. Это означает, да, от самых верхних уровней обобщений, mm-hmm, до решения абсолютно простейших менеджерских вопросов. К
как там платить преподавателю, кого брать, кого не брать, как заключать контракт и так далее. Кадры, ну, любые простейшие вещи, да? Так вот, смотрите, какая забавная штука. Я просто прошу прощения, Татьяна, я задал вопрос, и как до сих пор, Татьяна обещала, что она раскроет тайну вашего успеха, вот. И я заинтригован. Ну, там пока нечем хвастаться в плане больших успехов. Тем не менее, какие-то все-таки были же, вот вы же сами подтвердили сейчас уже это записано. Конечно, конечно. Если можно, я успеха, что я не собиралась раскрывать тайну успеха как раз. Я хотела сказать, что там Павел говорит, что мы нашли какие-то ответы. Мы нашли какие-то ответы, и сейчас стоим, собственно, почему актуальный там разговор, стоим перед уже тоже практическими проблемами в ИЗМ. Они очень связаны вот с тем, что сейчас говорит Татьяна. Только как бы они в других словах, но вот вы говорите об обязательствах или о том, что университет готов взять на себя, и каким он, ну, какое место в некой там пространстве, в социальном, культурном оно имеет, в данном случае, если ИГУ говорит о дипломах, там, о университетских, то в нашем случае мы в этом смысле вольны. Ну, вольны определить и там что-то себе определять, а другое вы говорите про финансирование, или я бы сказала, ту цену, которую готовы платить, вкладывать те, кто, в общем, определяет эту миссию, в то, чтобы оставаться более примитивным, да? Средством для существования университета. Или цена. Вот мне кажется, что это просто при наличии этого учреждения образования, да, вопрос о финансировании, он как бы явный. Вот я, когда мы сейчас рассуждаем о своих проблемах, я бы сказала так, что я бы говорила не только о финансировании, а о том, насколько члены корпорации, университетской корпорации, готовы либо включаться в поиск финансирования, либо платить чем-то. Ну, например, платить собственным образом жизни или там отвоеванием некоторого собственного там, социального пространства, статуса и так далее, за возможность делать то, что они считают нужным. Когда Андрей говорил о том, что есть модель это коммерческая, да, есть Гумбольдтовский университет, а вот нужно, то есть понятно, что он не работает, нужно искать какую-то новую форму, и по большому счету новая форма не имеет легитимности. Да, мы всегда говорим, зачем вот такой университет, зачем сейчас такой университет, в котором есть философия, история, культура и так далее. Он не дает, он не оказывает образовательные услуги. Да? Он в этом смысле нелегитимен, в смысле, он не встроен в структуру общественных, социальных, культурных, политических, экономических отношений. Да? Он уже практически, по крайней мере, для Европы не работает на национальное государство, как работал Гумбольдтовский университет. Да? И в этом смысле никому не нужно поддерживать, в смысле нету субъектов, да, которые способны поддержать внешний университет субъект, которым нужно, чтобы в университет был, кузницей мышления, культуры, образования, не подготовки, а образования. Да. И тогда получается, что, собственно, университет в таком качестве нужен только самому университету. Да. Не совсем и, так. Можно искать. Это такая среди. Это такая эгоистичная форма. Мне это актуальная форма эгоистичная? Потому что мы освобожденные от, четких форм, да? В общем, по большому счету, ведущий университет нужен тем, кому нужен ведущий университет. И все, что вы говорите, Павел, мы можем себе придумать в качестве, способа существования, за это мы же сами должны платить не в смысле денег, да, а в смысле какого-то, вклада, отношения, жизни и так далее. И даже банально надо жертвовать временем, да, надо жертвовать какими-то долгими проектами, статусом, в которых ты не участвуешь. Необходимостью выстраивать это нечто. А это получается, собственно говоря, такой клуб. Может быть нет. Только не по интересу. В обычном смысле слова. Да. Но тем не менее, это вот такое волонтерское, это сообщество, которое случается. Понимаете, надо медленно. Я не говорю о том, что
вот это вот, ну, там, некое сообщество, которому это надо, это идеальный, конечный вариант, к чему нужно стремиться. Но понятно, что сами себе какие-то задачи, ну, для определения, да, существования университета, идеи университета, мы все равно должны с чего-то начинать. И вот это начало, ну, если оно не обременено, ну, например, обязательством там, по выдаче дипломов или еще чему-то, это обязательство, это, оно нужно вот, ну, вначале, какой-то очень небольшой, весьма странный и непонятный для, ну, вот, широкой общественности, ну, не знаю, группы людей. И от этой группы, ну, она либо может развиться в какие-то формы, да, либо не может развиться. И вот все наши, ну, для меня, например, все наши достижения состоят в том, что мы как раз, ну, стоим перед этим вот вызовом. Да. Ну, как я это понимаю, это же самое прекрасное, такая романтически энтузиастическая стадия. Когда людей объединяет некоторая общая интуиция, может быть, не до конца артикулированная, они улавливают и разделяют некоторую общую миссию, подхватывают друг друга, объединяются и начинают вместе строить. Знаешь, коллеги, так начинался ИГУ. Конечно. Вот правильно. И дальше ваша история про то, что как он начинался. Вы в самом начале говорили, да, что и как больно смотреть сейчас на то, что вот, ну, как бы вся эта энтузиастическая стадия там пошла, и сейчас мы раскололись и, ну, как бы попали в ситуацию, ну, в общем, там, ответом на романтическую реальность. Романтическая водка ИГУ разбилась на примитивный путь. И мне кажется, что, ну, я понимаю, что у этого много причин, да, но я понимаю, что в этой, эта романтическая идея, попав в внешние артефакты, ну вот в частности в структуру университетской жизни Литвы, да, как бы вот при всем подвиге, про который говорил Владимир Владимирович, цена за самостоятельность, за инаковость, она, ну, как бы вопрос вот этой цены и готовности ее платить, он, ну, для меня кажется актуальным как для нас здесь, так и для ЕГУ сейчас. Да? Потому что, ну вот, то есть вот эта вот попытка удержать инаковость, найти инаковость и в общем, ну, заплатить за это какую-то цену, это очень дорого. Между прочим, надо потом будет делать очень, опять же, простые шаги, простые констатации, превращая инаковость в проект, например. Да, ну, то есть не манкировать вот этими менеджерско-маркетинговыми вещами, да, а эксплуатировать. И в конце концов, если мы интеллектуалы, это означает, что мы можем освоить деятельности, даже которые нам не нравятся. Может быть, нам хотелось бы заниматься одним, а нужно порой заниматься другим. В том числе, и если не выжить без продажи себя, то, понимаете, продажи не ценой отказа от себя, но освоением каких-то форм деятельности, которые мы считали для себя, в общем, не очень. Ну, все-таки вы выбор сделали, вы нашли, Только подожди, Андрей. Просто неинтересно. Нам абсолютно скажем, не применить к нам опыт ИГУ, потому что мы встаем на ноги в другой ситуации, в другую эпоху. Она вот вроде бы на нашей биографии разворачивается, да, но это уже другое время. Ну и мы другие, в конце концов. Да. Я не Татьяна, мы не академики. Павел еще тоже пока не успел. Но пока вы собираетесь, я один раз буду. Нет, я уже не слышал. Кто-то еще может, но дело в том, что пока он дойдет до этого, да, ситуация опять изменится. Если Барковский станет академиком, как Михаил, когда начинал, Углич, это город, да, то ему уже не надо будет этого делать, придут другие задачи будут и так далее. Поэтому можно посвятить жизнь, приобретению средства для совершения действия. Да, а когда ты средства приобретешь, актуальность действия исчезнет, и придется делать другие дела. В этом смысле, я-то вообще, вот, продолжая весь этот разговор, хочу сказать несколько умных вещей, только вы не обижайтесь.
Вот, например, я хочу сказать, что ЕГУ не может сегодня выжить, сохранив себя, ну, я имею в виду вашу программу, демократическую платформу, без поддержки летучего университета. Вы, конечно, можете смеяться. Что такое летучий университет? Несколько людей, ничего не ушло. Да. Но, тем не менее, это так. Более того, летучий университет сейчас... Какого рода поддержка? Вот какого рода, это надо обсуждать. Мы не можем вам дать денег. Мы можем поучаствовать в обсуждении. Смех смехом, я, в общем, серьезно вещи хочу сказать. Как бы вы над этим не смеялись? Для нас сейчас стоит вопрос, между прочим, финансирования белорусского коллегиума. На летучему университету надо было бы финансировать белорусский коллегиум. Это есть условие нашего выживания. Если сейчас белорусский коллегиум лишается финансирование. А это не ЕГУ, даже, да? В ЕГУ есть обязательства, которые сами по себе являются своего рода векселями, которые будут оплачиваться кем-то, или, по крайней мере, этим можно оперировать в поиске финансирования, да? То у белорусского коллегиума даже таких векселей нет, долговых обязательств. Да? И поэтому он сегодня оказывается не у дел. А мы понимаем, что нам это надо. Нам, средовым образом. Вот. И пытаемся решать эти вопросы. Да? Другое дело, нам надо найти взаимопонимание с руководством коллегиума. А там на первый план выходят, ну, как мне кажется, такие оказиональные, в общем, акцидентальные вещи, да, несущностные, когда строишь взаимоотношения. Во всяком случае, когда Антипенко руководил белорусским коллегиумом, у меня не получалось найти. Антипенко рассуждал, ну, совсем в другой логике. Несмотря на то, что он там приглашал, тоже хотел как бы там задействовать наши ресурсы, но и как ресурсы для развития какой-то идеи, которая, в общем, была нежизнеспособна, как мне кажется. Дальше. Я пока, наверное, не могу рассчитывать на то, что мой тезис о том, что ЕГУ нежизнеспособен без поддержки ведущего университета, неубедительный. Но, тем не менее, я на этом настаиваю. Дальше. Мы можем понимать, что у нас есть обстоятельства, из-за которых можно потерять, жизнь, да, ликвидировать университет в силу нежизнеспособности, невозможности выполнить обязательства. Ну и тогда как университеты закрываются, чего только не банкротится в этом мире. Целое государство банкротится, в конце концов, не говоря уже про университет. Да? Но, решая проблему жизнеобеспечения, ресурсного жизнеобеспечения, нужно понимать всегда следующее, что путь латания дыр бюджета финансовых не решает проблемы сам по себе. Вот как украинцы сегодня пытаются решить проблему Украины. Да? Может, Россия, а может, Евросоюз, а может, Китай. Слава Богу, Ахмадинеджад ушел с поста, да? Так бы еще Янукович к Веран поехал. Но проблемы это не решают. Как весь белорусский народ. Ну, да. Но проблемы это не решают. Он только затягивает, усугубляет и так далее. Если мы говорим, что у нас достаточно ума, энергии, и мы можем этим пользоваться, ввязавшись в драку, там, по Наполеону, там посмотрим. Мы должны иметь более долгосрочные какие-то перспективы и долгосрочные какие-то ходы для того, чтобы, скажем, оперативное латание дыр не открывало другие дыры, и мы не занимались вот этим латанием Мишкиного кафтана, а получая, добиваясь какого-то там вливания, ресурсика и так далее, могли двигаться, наращивая потенциал. И вот для нас очень важно было бы, скажем, не создавать альтернативное ЕГУ, какой-то двигатель, летучий университет в варианте параллельного или альтернативного ЕГУ, а включиться в программу
развитие, включиться соучастниками в тот подвиг, который ЕГУшники когда-то сделали. С другой стороны, ЕГУ на этом этапе своего развития, выживания, ну, в зависимости от того, как мы на это смотрим, да, важно было бы еще экстенсивно развиваться. То есть укрепляться какими-то структурами, которые могли бы входить в корпорацию и ну, в корпоративное развитие, университетское в этом смысле развитие, да, не являясь сугубо уставными подразделениями ЕГУ. Понятно? Да? То есть, вот когда я в период бурных дискуссий, связанных с эмиграцией, да, изгнанием ЕГУ, я говорю, что будущее ЕГУ состоит в возвращении. Не может университет в изгнании стать ну, невъездным эмигрантом. Он там и загнется, как бы. Вы превращаетесь в очередное литовское ПТУ, как бы вы ни называли, скажем, да? И это не изгнание. Ну, литовское, но не ПТУ. Хорошо. Вот физическое возвращение ЕГУ сегодня невозможно. Это понятно и очевидно. Но прорастание, пусть и очень неспецифичными какими-то частями в Беларуси, да, цепляние там какими-то частями, опять же, корпоративными вещами, которым может быть, например, тот же самый ведущий университет. Мог бы, если бы мы понимали коллегию, там и так далее. Да. Единство корпораций безразлично, ну или индифферентно к уставным формам организации. Университет, ну условно, вот Долдонский по учебным курсам привыкли мыслить Гумбольдтовский университет как структуру факультетов, секций, кафедр там и так далее, собственно, понятно. Но университет всегда нечто большее, как дурацкая фраза, но тем не менее за ней кое-что стоит более существенное, когда Козулин начал хвастаться БГУ, как это он говорил, 56 там, юридических лиц, как бы, да, и так далее. Вот. На самом деле. Сегодня вот мы начали, ну нет, приступили, там, скажем, но потом прекратили, нам заказывали игру с Красноярским университетом. Красноярский – это не просто Красноярский, а он называется сейчас Сибирский федеральный университет, и это один из четырех таких вот федеральных университетов, которые созданы, все они разные. Так вот, Красноярский, Сибирский федеральный университет состоит из 20 автономных институтов. Он совсем не похож, как бы, структурно на какие-то другие вещи. Поэтому структура – это то, что мы создаем и приобретаем, адаптируясь к изменяющимся социокультурным обстоятельствам. ЕГУ не обязан быть таким, как он был там, вот, создан, например, там, и так далее. Да? Он может каким-то образом видоизменяться. Видоизменение ЕГУ стратегически необходимо, чтобы он держался, цеплялся, или какие-то органеллы его оставались в Беларуси. Не возвращение целиком, пусть руководство, пусть там, не знаю, еще что-то такое остается, дипломы выдаются предметами и прочее. Но должна быть инфраструктура, корневая, там, наоборот, какая-то, цветочки как бы, да, какая-то среда. Ответный вопрос. Вот на телепередаче, на записи, меня спрашивают, что типа, приходите к власти, что вы будете делать? Ну, вот, допустим, мы приходим к власти, вот втроем, да, что мы можем для вас сделать? Для нас? Вопрос сейчас иначе. Я бы все-таки поставил бы именно так. Если бы я был на вашем месте, это была бы другая ситуация. Потому что, скажем, у меня хороший, нехороший, но тем не менее, есть бэкграунд, реформа действительно высшего образования, в том числе и управления. Ну, например, я хотел принести, кстати, Светланину книжку вам про университет. Там
немножко устаревшие какие-то вещи, но тем не менее, иная, иной подход к структуре управления. Вы можете быть над болезнью, я прекрасно понимаю, поэтому я нет, здесь... Но я не могу так говорить, ставить вопрос. Я говорю, я понимаю, что я бы делал, оказавшись, скажем, в демократической платформе и будучи там в вашем сенате сейчас, в вашей фракции сената, да? Но вот говорить, чем, что вы должны, это ваш ответ. Я поэтому ставлю вопрос иначе. Действительно, вот мы летучий университет, мы сейчас ведем интенсивную коммуникацию с белорусским коллегиумом. Мы, белорусские интеллектуалы, выброшенные за борт, или, как вот Татьяна рассказывала, да, принявшие самостоятельное решение уйти из академических структур в вот в это свободное плавание там, летучего университета или открытия. Мы вам вообще нужны для решения ваших вопросов? Я думаю, очень нужны. Вот другое дело, понимаете, без понимания, без ну, вот, на встречного такого движения, вряд ли мы чем-то можем помочь. Да? А вот обсудить эти вещи. И ради миссии, да, вот этой самой университетской, а не структуры. Поодиночке мы все не выживаем. Можно я еще реплику в дополнение к тому, что сказал Владимир? Да, может быть, тоже немножко уточнить и прояснить позицию. Вот у Владимира сейчас было больше про, по сути, перетекание университета локального в университет глобального. Если ну, хотя бы страновой. Да, но в том плане, что вот уйти от понимания университета узко, там, как ЕГУ, допустим, да, или как ведущего университета, а посмотреть, как университет может прорастать вот, через различные формы организации, но становясь как некая общая инфраструктура, как то, что будет соединять там, университетскую корпорацию ЕГУ там, с ведущим университетом или там, с белорусским коллегиумом, как та общая основа, которая создаст тот самый университет будущего. Причем это то, что на поверхности. Летучий университет и коллегиум это на поверхности. На самом деле здесь более глубокие, еще не структурированные вещи есть, в которые надо прорастать. Вот. А я хотел акцентировать внимание еще на одном вопросе, вот, в который тут все упирались сроком. Вопрос финансирования постоянно звучал. Надо решить вопрос финансирования, а потом уже... Как и даже не сожалеть, а постоянно решать. Да. Ну, по сути дела, это одно и то же. Но пора, Татьяна, уходить от этого лотания дыр. Вот это вот постоянное решение Михайлова вопросов финансирования, с моей точки зрения, уже давно нужно осмыслить как порочное. Вот я, собственно, и хотел к этому вернуться. Вот недаром там прозвучало в контексте того, что мы обсуждали, это позиция ЦЕРНа, как вот интересного примера, интересного кейса. Потому что на самом деле... ЦЕРН, вот той, собственно, суперорганизации, которая в качестве наиболее известного своего продукта произвела вот этот самый адронный коллайдер, который запустили, конца света, правда, так и не сделали, как бы массы этого не ожидали, но, тем не менее, что-то там сейчас запускали. Вот. Интересно здесь, что для нас в первую очередь? Скорее, это пример того, как для... скажем так, существование университетских или похожих на университетских сообществ может играть значение для их финансирования и существования организация такого венчурного проекта, по сути дела. То есть проекта, под который могут давать деньги, и большие даже деньги, несмотря на то, что там фактического результата непонятно, дает ли он или даст ли он в будущем. Пока никаких этих частиц особых там не заметили, которые там спускали, а миллиарды долларов в этот коллайдер будут. И я к чему веду? К тому, что если действительно говорить про стратегию латания дыр, то это стратегия, когда у нас нет четко сформулированной идеи и миссии, под которую мы, собственно говоря, готовы вот, раскручивать окружающий мир на средства для своего существования. Когда вот, те же самые в IT-технологиях или в других передовых сейчас сферах проекты запускаются, то большинство из них, если и благополучно проходит стадию стартапа, то только благодаря тому, что за ними стоит некая идея, или некое обещание,
которая, в принципе, может окупиться очень большими дивидендами в будущем. Ну, имеется в виду, конечно, коммерческие дивиденды, в первую очередь, для тех, кто дает эти деньги. Но дивиденды могут быть самые разные, вплоть до там, глобальных социальных, там, политических и так далее. И, соответственно, если не продумывать, вот, к чему я там свой как раз вещь вел, если не продумывать глобально вот тот самый университет будущего, тот самый современный уровень миссии университета, как вот это глобальное предложение, как ту глобальную идею, под которую можно выходить. Все ради чего? Да, ради чего. Если вы расскажете, что мы хотим просто вернуть там, департамент философии и истории как было, ну, на вас посмотрят в лучшем случае, как на вот романтиков системы образования и прочее, которые мечтают о вчерашнем золотом дне. Ну и в лучшем случае там отжалеют 5 копеек на помощь сиротам и убогим. Да, ну, просто потому что не будут видеть за этим никакой перспективы. Просто потому что это как бы старая, понятная и давно ушедшая прошлая форма. Если вы предлагаете что-то такое, чего в принципе не было, если за вашим предложением реформировать университет стоит идея, которая превосходит существующий образец, вот под это можно найти и деньги, и ресурсы в гораздо большем объеме, нежели вот под латание конкретных этих дыр. Запустить ту программу или... Я сейчас слушаю... А что это за идея? А я вот сейчас слушаю, правда, так что чувствую, знаете, как это, я отчаянно ревею, да, то есть я становлюсь этим менеджером, который, ну, и сама себе вспоминаю то, что говорила Татьяна. Вопрос, мало того, что нужно понять, что это за идея, и она должна быть, ну, там, столь хороша, и, ну, как это, должна быть частью, ну, достаточно широкого круга людей, ну, то есть не один там сумасшедший с ней бегает, да, а в общем, ну, в этом смысле мы могли бы быть нужны друг другу. А второй вопрос – это не только, ну, как, разработка этой идеи, там, понимание, там, вынаходимость этой идеи, но и дальше, когда Павел говорит, ну, под хорошую идею можно найти средства, их нужно искать, да, и это работа, которую обычно, ну, никто не хочет. Ну, никто не хочет ею заниматься из тех, кто эту самую идею разрабатывает. Ну, да, хочется ведь заниматься там, ну, не знаю, чем-нибудь хорошим. Я, Татьяна, говорила, что это, ну, тоже вклад или цена, там, готовность заниматься там, решением финансовых вопросов, да, это значит готовность отложить какие-то свои... Да. Это плата. И вот эта плата, ну, и временем, и усилиями, и, в общем, ну, скажем так, некоторым... ну, с тем делом, которое вроде бы тебе там ближе, дороже и так далее. То есть это все не так просто. Вот в нашу жизнь, да, как бы в десятой степени, потому что мы сейчас сражаемся за то, чтобы нам дали заплатить эту цену. Да, размышлять. Вот смотрите, Татьяна, но наблюдая со стороны за этим, да, можно подозревать, что вы за это будете. А можно подозревать другое. И у меня по этому поводу были сомнения, что это просто профсоюзная организация борется за повышение зарплаты, за нормализацию контракта, да, и так далее. Да? То есть вот эта вот экономическая сторона демократической платформы, это, она не исчерпывает, естественно, всех ваших действий, да? Но она может быть развернута и в ту, и в другую сторону. Либо вы действительно политически боретесь за право управления, не только ограничиваясь законодательной инициативой, да, а вообще за повышение роли Сената, там, управления во всех сферах, в том числе и фандрайзинга, в сфере фандрайзинга. Либо вы боретесь, ну, за социальные гарантии, равные, скажем, вашим коллегам, работающим в литовских вузах. И это соблазн пойти скорее по тому пути, не обсуждая вот этих всех миссийных вопросов или тех, про которые Павел говорит, гиперпроекты, да, очень легко. Очень многие революции вырождались вот в такие, ну, локальные революции в каких-то там сообществах.
Поэтому, если у вас есть именно вот это вот стремление к повышению своей роли, места, управления, ну тогда всем, во всем управлении, а не только качеством образования, куда вас пытаются засунуть, там, ну и так далее. Я просто думаю, что это очень показательно, что статус представителя академического сообщества сегодня в университете, к сожалению, считывается одновременно в двух аспектах. И в плане вот такого символического статуса, то есть возможности влиять на определение политики, да, принятие решений в университете. Нет такого доступа. И, ну, и финансово, материально. Это просто не нужно открывать одно от другого. Конечно. Но ведь согласитесь, проблема состоит в том, что у академиков нет еще элементарного опыта в фандрайзе. Даже если вы получаете формальные рычаги в этом плане, вы оказываетесь чаще всего владельцами. На этом играют очень часто менеджеры высокого порядка. Пуза академиков. Вот вам, пожалуйста, просты, сделайте что-нибудь, да, через полгода, спасибо, поигрались, мы беремся за. Определенно, наверное, Андрей об этом говорил, сегодня фандрайзинг – это дело специалистов и профессионалов. Нельзя вот так вот отсчитать там свои реакции. Но в том фандрайзинге, про который пытался говорить Павел, специалистов нет. Здесь это дело первопроходца. Ну, я просто хочу договорить, что в отношении того, что, во что действительно могли бы включаться преподаватели, профессора, доценты университета, во всяком случае те, которые, ну, так связывают себя с этим проектом. Потому что есть люди, которые работают в режиме, ну, как говорят, почасовки, да, подработок. Да. И это отдельная история. Мы сейчас вот, так, в общем-то, представляем какой-то коллектив преподавателей, которые связывают себя, да, собственный жизненный путь с этим университетом, с этим проектом, в принципе. Так вот, действительно, вот есть, у нас есть люди, которые занимаются фандрайзингом в таком профессиональном смысле, и это, конечно, какие-то особые навыки, но есть еще и вопросы. Там еще и кроме навыков, это связи. Да, связи, причем постоянная работа. Кризисные истории. Конечно. Но есть еще такая сфера, и это отнюдь не вторичные, какое-то, не второстепенные, не говоря, вещи. Есть вопросы, связанные с тем, ну хорошо, вот этот фандрайзер, или там команда какая-то, вот они эти средства добывают. Дальше возникает вопрос, как эти средства внутри университета осваиваются. И сегодня, вот опять же, по-моему, Павел Силович об этом очень хорошо говорил, сегодня во многом в университете ситуация сложилась таким образом, что целый ряд принципиальных академических вопросов решается через каналы решения распределения финансов. Вот, кто яблоки приносит, тот и пытается их раздавать. Это же естественно. Вы сейчас, по сути дела, идете по программе «Минимум», которая вполне реалистична и возможна. Это вот добиться того, чтобы вам принесли эти корзины с яблоками, а вы, собственно говоря, могли участвовать в том, чтобы распределить каждому по справедливости, а не так, как решили в администрации. Речь не... Вот сразу хочу прервать, потому что это не так. Речь идет о том, чтобы предложить новые какие-то инициативы, которые могли бы приносить деньги в университет. А это уже ближе к тому, что я говорю. Да. Потому что это уже говорит о том, чтобы сделать так, чтобы вот эти самые фандрайзеры, ну, условно говоря, могли не просто под знакомую вещь, под знакомый бренд что-то находить. Получается, под него они уже могут найти что-то. Мы говорят, мы находим немного, и вот это немногое, что мы нашли, мы уж как-нибудь постараемся так распределить, чтобы ну, совсем там, последние там, концы не отдать. Распределим самые жирные наши. Нет, речь не идет о просто. А фактически задача должна, наверное, стоять так, чтобы бороться за то, чтобы в целом проект перезапустить. То есть перезапустить его так, чтобы фактически к вам ломились эти самые менеджеры с деньгами и говорили, какой классный у вас проект, мы хотим сюда вот денег принести. А вы уже там отпихиваете, с вами мы хотим сотрудничать, а с вами не очень. Ой, вот именно сейчас я очень пожалела, что здесь нет Анатолия Арсеньевича. Потому что вот сейчас именно тот момент, когда нужно было бы, чтобы кто-то сказал,
что никому Беларусь не нужна, что есть Иран, Африка и так далее. Ой, вот это вы нам говорите, я помню с этого фонда Сороса, пока, когда был... Владимир, это та шутка, в которой есть доля шутки. Да, есть, но тем не менее. Заключаются эти вопросы в том, я, если правильно понимаю, вы догадываетесь, если у вас ее нет, этой идеи, но вы о ней догадываетесь. У вас есть какое-то представление о том, что это за идея, которая будет, так сказать, привлекать... Причем у меня есть эмпирические... Я правильно понимаю? Идея сложная, конечно. Ну, правильно. Вот, только это долгий разговор. Это мы несколько аспектов отметим этого всего. Вот то, что... Позволите пару абсолютно безответственных заявлений. Председатель сенатора можно. В нашем нынешнем положении. Все что угодно. Хотите, давайте. 8 лет пребывания в ситуации интеллектуала Челнока, буквально каждую неделю туда обратно. Вот. Несколько впечатлений сильных. Во-первых, не связанное с университетом, а с общением с гражданами Литвы, полное ощущение, что там сторонников нашего президента значительно больше, чем Республики Беларусь. И очень часто, когда я абсолютно искренне это говорю, причем на всех уровнях, там, начиная вот, от случайных попутчиков в общественном транспорте до интеллектуалов, и часто разговор начинается с того, ну как там у вас хуже или лучше. И вот за эти 8 лет я пришел к выводу, что в принципе, в общем-то, по большому счету разницы нет. Вот в уровне жизни, уровень жизни, он примерно одинаков, там и здесь. И, ну, есть, конечно, там ничтожная группа населения, для которых слова «свобода», «либеральная демократия», когда что-то значит, для них, конечно, лучше в Литве, а для среднестатистического обывателя разница действительно несущественна. Ну и следующее абсолютно безответственное заявление, что вот эти 8 лет меня привели к выводу, что если сравнивать издержки пребывания ЕГУ здесь с издержками пребывания в эмиграции, в общем-то, тоже разницы нет. Потому что издержки миграционные настолько велики, причем они становятся все больше и больше, что, в общем-то, они ведут к тому, что проект может просто исчезнуть. Поэтому следующее абсолютно безответственное заявление, я думаю, что ЕГУ должен возвращаться. Вопрос, вот как это происходит? А давайте мы на этом и согласимся. Да. Наша метафора, правда. Да, пока как бы никто, ну, есть, я не буду как это называть, имя автора этой блестящей цитаты, что ЕГУ может вернуться в Минск в обозе оккупационных войск. Да, резко, да. Но я думаю, что все-таки возвращение возможно. Вот, видимо, поэтому я сегодня здесь. Даже вам. Смотрите, какая штука очень интересная. Да? Даже когда мы говорим про услуги и работаем вот с этой категорией, мы не обязаны абсолютно замыкать услугу в маркетинговых отношениях. Бывают услуги более высокого порядка. Вот не зря в Баудалину Аутолина, Умберто Эко, да, описана вот эта вот всем известная, в общем-то, история дискуссии про Болонский университет оказал услугу, очень дорогостоящую услугу, за которую империя платила веками. В этом смысле у нас, я имею в виду, уже более широкое сообщество, если вот об этом говорить, а не только как профсоюзную организацию и имеющее право голоса при выборах в Сенат сотрудников ЕГУ. У нас есть некоторые вещи, в которых нуждается, ну, если не мир, то, по крайней мере, ближайшее к нам регион. И, между прочим, здесь Михайлов абсолютно не прав. Абсолютно это признавая долю правоты вот в том, что Беларусь никому не нужна. Она не нужна в том виде, в котором мы ее подаем. Это точно. Но, во всяком случае, весь наш фандрайзинг
Наш – это АГТ ЦСИ, это Евробеларусь, национальная платформа гражданского общества и так далее строится на Беларуси. На той Беларуси, которую мы подаем, она отличается от всего того, что говорят другие. Между прочим, история ЕГУ показывает, что как бы Михайлов не бился над европейской, делая главным словом европейский, да, большая часть денег ЕГУ шла под Беларусь. И в этом смысле Михайлов не то что лукавит, а он просто свою позицию подкрепляет своими фандрайзинговыми действиями. Он не может под Беларусь получать, он получает под другое. На этом основании говорит, что и никто не может. Это не так. И, ну, скажем, наверное, мы уже немножко утомились, надо двигаться к каким-то позитивным этим вещам, да? Вот, понимаете, по их интервью, которое Татьяна давала перед нашей лекцией, в наших каких-то обсуждениях у нас есть ниточка или там некоторый такой момент, за который надо было бы схватиться и всерьез об этом поразмышлять. Это к коллайдеру андромному и к ЦЕРНу. ЦЕРН как прототип нового типа сообщества ученых, но естествоиспытателей. Они решали свои очень важные, актуальные задачи. И под эти задачи скинулись финансировать все это более 50 государств. И не только европейских. ЦЕРН – это европейская структура, но в финансировании ее участвуют и Иран, и Россия, и многие другие структуры. Да? Так вот, мы находимся в ситуации кризиса университета. Боремся за университеты, отстаиваем корпоративные интересы. Ретроградно, опять же, да? Консервативно. В общем, чаще всего с возвращением к золотым временам университета. А мы забываем о том, что повсеместно мы же сами говорим о кризисе гуманитаристики и очень больших проблемах в гуманитарных дисциплинах. И эти вещи осознаются не только нами, теми, кто участвует в гуманитарных дисциплинах, преподавая, исследуя там, и так далее. Это говорят многие. Многие сегодня понимают, что неуспех новой волны демократизации и вестернизации Восточной Европы, остановившейся на пороге Бреста, да, во многом связан с недостаточным знанием. Не только знанием этой страны, страноведческим знанием, да, но и в принципе гуманитарным знанием современном обществе, находящемся вот в этих контекстах. Если мы не будем пытаться отвечать на вызовы гуманитарному знанию, которое создает сегодняшняя практика общественно-историческая, политическая, экономическая и так далее, если мы не будем говорить, что мы находимся в месте концентрации этих проблем, кому же, как не нам, быть поставщиками, если хотите, феноменологического обеспечения, да, ответа на вызов гуманитарным наукам, в дискуссионного там, вот, накала этих вещей, ну и по мере возможности наработки концептуальных ответов на эти вещи, я думаю, что мы действительно никому не интересны. Мы не интересны никому, как ретрансляторы западных учений. Ребята, это вам самим надо делать. Как бы, да? Если вы не доучились европейскости, доучивайтесь, но без нас. Если вы там еще чего-нибудь хотите осваивать, пожалуйста, учите китайские языки, оказывайте услуги, они во всем мире одинаковы. Да? Если мы не говорим, что мы, находясь вот в этом месте концентрации проблем, готовы всерьез браться за их осмысление, решение и так далее, я думаю, что мы не выйдем на эти гиперпроекты. Мы будем оставаться неинтересным, как неинтересным. Да, да. А и в этом плане Беларусь крайне интересна. Крайне интересно, как вот концентрация, место концентрации
всех этих проблем и место, где не срабатывают все известные подходы. Мы можем, конечно, замыкаться дисциплинарно, да, там говорить, вот этнография, вот там антропология, а вот там кто-нибудь начнет изучать там глубинный менталитет белорусов. Но дисциплинарно здесь не срабатывает. Здесь как раз мы оказываемся лицом к лицу перед вызовом гуманитарному знанию как таковому. И я думаю, что это в наших интересах поднимать, это на вот, выводить это в план общественного и массового сознания, и, ну и тем более на экран мыслительных практик. Опять же, если брать эту проблему не только гуманитарное знание, но если университет сейчас в кризисе и фактически только ленивый на Западе это не констатирует, то вопрос о том, что если мы здесь нащупаем какой-то свой оригинальный ответ на вот этот вопрос, то это будет тоже суперинтересно. Ну это нагловато будет говорить, что мы вот это самое, да, надо сначала показать, что мы выполняем квалификационные требования. Мы можем быть, по крайней мере, да, самыми, ну, как бы, находящимися внутри ситуации, поставщиком феноменологии для того, этого осмысления. А во-вторых, организовывать само это осмысление. Не претендуя на то, что мы сейчас сразу всех научим. Это такие детские немножко заявления. Я думаю, надо как-то завершать, закруглять. Я так понимаю, что вообще разговор такой, ну, почти бесконечный, ну, может быть, потому что очень много что затронуто. Так что я бы предложила последний круг, и там может еще. Я так понимаю, что до того просто вообще не доходило. Я как бы историк, Цан, конечно, блестящий пример. Есть пример в истории. Виленский университет, который был центром учебным образом руководила профессура, а не бюрократ. Да, потом... и тот самый Пермский университет, в котором, оказывается, преподаватели избирали сенат, а сенат избирал ректора, декана. Есть на кого равняться. Есть на кого равняться. Даже имперские университеты в Новороссии, в Харькове, которые были созданы и так далее, они не имели тех свобод, которые были у немецких университетов, даже дерзкий университет. Но тем не менее, конечно, они были осознанными субъектами, если не политической борьбы, то хотя бы культурной политикой. Они знали, что делают. Действительно в этом контексте, это вообще тот вызов, с которым сейчас все-таки мы возвращаемся к вопросу о том, будет ли академическое сообщество, пойдет ли оно такой вот шаг, взять на себя это бремя, это действительно бремя правления университетом и решения всех тех вопросов, от решения которых оно было благополучно, в общем-то, устранено менеджментом, нашим управлением. Да, управляющим классом. Вот это, на мой взгляд, такой важный вызов, и от того, как он решится в ближайшее время, многое будет так зависеть. Действительно, вот это университет все-таки его лице академического сообщества в состоянии эффективно и успешно осуществлять эту деятельность. Или он в очередной раз себя академическое сообщество дискредитирует на этом поприще и, может быть, окончательно дискредитирует, по меньшей мере, для наших жизней. Да? То есть, вот я так вижу такую простую ситуацию, которая сегодня есть. Поскольку больших идей, как прорывных, я, честно сказать, сегодня не услышал и каких-то намеков тоже. Да? Вот я хотел бы, мне это было бы интересно, короче, но тем не менее, пока вот, как мы об этом не говорим, мы говорим эти долгие предисловия, но вот сама идея не появилась на сцене. Вот. Это может означать интригу большую, которая нас будет привлекать, как мы каждый раз об этом говорим, но тем не менее пока этого героя нет, да, у нас не о чем говорить. А вот то, что есть, это вот так, да, завершим, что
действительно вызов академическому сообществу. Будет она в состоянии вообще, так сказать, во-первых, достаточно продолжительно и настойчиво требовать того, чтобы оно выполняло, как Владимир говорит, не только учебные функции, но в целом брало в себя управление. И второй шаг, который неизбежен, если нам это удастся, да, настойчивости добиться каких-то результатов, будет ли оно в состоянии также настойчиво, последовательно и эффективно, успешно осуществлять эту функцию управления. Это открытые проблемы, о чем вопрос. Мы прекрасно знаем, что все академики, как только там нужно что-то пожертвовать своим временем, личным, индивидуальным, они тут же пусты. Да? Почему? Потому что это неинтересно. Это там и так далее, этот список. И мне хочется вообще сидеть и читать умные книжки. Вот. Да. Можно там, на самом деле, академики, как говорят, те, кто вот там очень пламенные речи говорит, но приходит время, когда нужно инвестировать, конкретно решать проблемы, инвестировать свои жизненные силы, время. Нет, я не смогу. Как бы, и что с этим делать? Вот та ситуация, с которой мы. Та реальность, которая, на мой взгляд, самая большая, такая и самая вязкая реальность, самая большая проблема, самая вязкая реальность, которую мы сегодня имеем. Все. Я тоже хотела несколько моментов получить. Прежде всего, мне действительно близка мысль о том, что для Беларуси оба университета, ЕГУ и ведущий университет, важны именно вот в своей этой разности, именно как два разных проекта по организации, по какому-то первоначальному импульсу, по задачам и по какой-то дальнейшей логике разворачивания, да, вот соответствующей структуры. И в этом плане совершенно согласна, и в общем-то в какой-то степени это отстраивается, на мой взгляд, уже, что вот они могут как-то хорошо друг друга дополнять и взаимодействовать. Что касается непосредственно ситуации в нашем университете, то острота вопроса заключается именно в том, что сегодня, по большому счету, основным определением для нашего конфликта является именно политическое определение. То есть это политическая ситуация. Сегодня речь идет о том, что должна быть переопределена структура власти. Но вот называть надо вещи своими именами. Речь идет о том, что должна быть переопределена структура власти. И та необходимая цена, или вот, да, вот о чем шла речь, или необходимость вовлечения в какие-то, может быть, рутинные вещи администрирования, она в западных университетах, я не скажу всех, но у многих есть уже освоенные модели, например, связаны с такой известной схемой, как ротация. Есть департамент, и там каждые 3 года, например, меняется, профессора меняют и доценты друг друга вот на это вот, выполнение этих обязательств, связанных с составлением расписания, отследуют и так далее, друг друга для нюансы выдаваться. Но вот накал, правда, накал вот нашего такого драматизма, да, институционального, именно в этом. Так или иначе, но это произойдет. Это будет или перераспределение, или подавление, подчинение. То есть в любом случае будет. Именно, я хотела сказать больно, но чувствую какое-то вот нехорошее слово. Но то есть в любом случае будет это. Будет Майдан. Будет, ну, не надо говорить о Майдане, но будет больно, да. Как вот символически говоря, без крови не обойтись. Любой выход будет так или иначе каким-то очень-очень проблемным. Вопрос какой? В каком результате получится? Вот это сегодня открытая повестка дня. И у нас 17-го первое заседание нового сената. Где строчка? Следите за дальнейшими событиями. Чтобы не было, как у нашего президента, это перефразирую, ИГУ будет жить больно, но недолго. Еще 2 момента хотел бы сказать. По поводу, вы тут как-то поднимался этот вопрос с миссией, как она должна быть сформулирована. Как ни крути, может быть, сегодня это звучит как-то уже затерто или уже слишком скромно или несовременно, но в отношении миссии университета она остается во многом, в общем-то, по сути, той же, какой она и была в момент основания университета. То есть речь идет о том, что для этой страны нужны образованные и свободно мыслящие люди. Ну вот если совсем по-простому,
И вот хотя бы как-то частично дефицит образованных, свободно мыслящих людей, компенсировать дефицит такого рода людей в этой стране, для этой страны, университет брался и по сей день пытается, там, по мере сил, как-то эту, может быть, вот несколько несовременно сформулированную там, задачу выполнять. Конечно, это может как-то обрастать какими-то другими там, измерениями, или как, может быть, в каком-то другом языке, но суть-то от этого не изменится. И еще одна вот какой-то такой тезис, который прозвучал, показалось, что вот особенно Владимир это продвигал, который мне тоже как-то очень близок. Мне действительно кажется, что ну, какая-то возможная такая, не то, что не мобилизация, а такая консолидация усилий самых разных таких точек пульсирования, каких-то инициатив, связанных вот, с продвижением мыслей в Беларуси, краткой формулировкой ограничусь. Она предполагает вот, какие-то очень разные и, можно даже сказать, внеинституциональные формы организации каких-то таких водоворотов, куда вовлекались бы разных мероприятий, акций, событий, куда вовлекались бы сам просто участники гражданского общества. Кафе, кинотеатры, дискуссии, обсуждения, исследовательские проекты, которые могли бы получать какой-то публичный резонанс. То есть я к тому, что я в этом плане согласна, что университет, который вот по традиции берет на себя обязательство выдачи дипломов и подкрепляет это своими исследовательскими достижениями, такой университет нужен, но он уже не может оставаться как единственной формы. Сегодня, чтобы как-то ну, как-то всплыть, да, и глоток воздуха не просто так выхватить, а еще что-то внятное миру сказать, ну, вот, вот посыл, мне кажется, Владимира, предполагает, что вот, действительно мир и общество меняются. И здесь означает, что интеллектуалы могут становиться такими очень креативными агентами в социальном поле. И здесь, то есть в этом плане университет, ну, как тогда проект, который Володя Фурсов сказал, формулировался, университет, в университете и за его пределами. Ну, то есть фактически такие квазиакадемические формы жизни, которые осуществляются в сцеплении с, вот, с людьми на улице буквально. Эй, пойдем, проходите. Ну, примерно в таком духе вчера мы пытались говорить про Киркинга. То есть это такой посыл, мне кажется, что да, это очень-очень-очень современные здесь. И здесь могут, опять же, что интересно, здесь могут предлагаться очень разные форматы. И мне кажется, независимо даже от сегодняшней дискуссии, такая идея назревала. Мне кажется, то, чего в Беларуси, в Минску как минимум, ну вообще в белорусском контексте, не хватает. И это как-то вписывается в логику вот в тему сегодняшнего обсуждения. Это появление такой вот структуры, обычно на Западе называется Center for Advanced Studies. Да? Это такая институция, ну, квази-институция, потому что она предполагает, что просто на время собираются исследовать разные маленькие исследовательские коллективы, междисциплинарные, как правило, с какими-то недолгосрочными проектами, для того, ну, то есть это не с большим размахом, для того, чтобы все время пульсировала какая-то результативность исследовательской работы с социальным резонансом. Вот сделать такое, мне кажется, что по тому, как сегодня уже, так сказать, напряглись разные точки инициатив в Беларуси, мне кажется, что вот как-то совместными усилиями такого рода центр, ну или институт, вот For Advanced Studies, да, можно было бы запустить как междисциплинарный проект для такого прорыва Беларуси, как вот, ну, страны со своим, ну, со своим лицом, исследовательским лицом, да, со своим профилем. Вот, мне кажется, что вот все предпосылки для этого, они как-то так уже дозрели. И, да, с попыткой, по крайней мере, есть что обсуждать, в этом смысле, с новым заходом на исследование. Ну, методологическим я имею в виду, не просто вот как по предмету, чего исследовать будем вместе, да, а с новым отношением к этому. Ну да, возможно. Если еще у кого-нибудь желание подвести итог. Подвести некоторые. Да, потому что я думаю, что по большему надо говорить больше. Вот мне кажется, принципиально то, что Татьяна сказала про конфликт, что это конфликт о власти политических.
И если об этом помнить, то нужно помнить точно так же о том, что власть – это не только обуза и что-то плохое. Да? Власть – это большая возможность. Но это возможность не только править, распределять, решать и так далее. Да? Это возможность, которая предполагает большой набор функций. Фандрайзинг – это только маленькая часть всего. Дипломатия, отношения с целым рядом других. И опять же, вот, начинал с этого, да, что ЕГУ и другие. Кто другие? Ну, например, Международная ассоциация гуманитариев. Да, та же самая, по-моему, да, вот, я не помню, кто сейчас у нас должен был быть там. То ли Саганович был, то ли кто-то. Вы сейчас, может быть, там нет? Международная ассоциация гуманитариев? Нет. Да? А, ну, тем более. Возглавляющий Тамара Кундера, это научный совет. Научный совет, ну, это представитель. Это простенький, как бы, да? Через это лоббировать можно что-то. Там нету денег, там нету еще. Но дипломатия предполагает очень широкий спектр отношений, в которые вовлекается институция, в игру, в смысле, да? И в которых она все больше и больше приобретает, ну, скажем так, вес, да? Через это конвертируются какие-то вещи, в том числе и в фандрайзинговые какие-то другие. Да. В Беларуси, опять же, и там гражданское общество в широком смысле, и политические какие-то структуры, и социальные институции, которые все больше и больше, ну, дистанцируются там от всего и становятся автономными. Это все необходимо, как бы, и это все в компетенции власти находится, установление всех этих отношений. И поэтому, как бы, здесь профессионализм, ну, скажем так, ничуть не лучше дилетантизма. Дилетант во власти часто может использовать профессионалов, если только он знает, ради чего это власть, а ради чего это стратегия. Стратегия должна формулироваться в каких-то очень простейших таких формах. Ну, например, одна из возможных стратегических линий – это возвращение ЕГУ. ЕГУ в Беларусь как главный стратегический орган. Но Беларусь и телом, ну, как материально, и ментально. Да? И тогда как исследование Беларуси, Беларусь как предмет главного интереса всех ученых, исследователей ЕГУ. Причем Беларусь не как, вот опять же, просто предмет, а как комплексная проблема, на которой мы могли бы отрабатывать, в том числе и европейские подходы, безотносительно к объекту. Современное мышление во многом еще и безобъектно. Но мы имеем в доступе объекту, ну, которому никто другой, в общем, кроме нас, интереса не проявил. И уже наша задача сделать этот объект интересным кому-то, продавать его, грубо говоря. И следующий момент. Знаете, помимо вот, перспективных движений на развитие, есть еще очень важная штука – это избегание ошибок. И думаю, что, опять же, вот то, что говорил Андрей про нелюбовь академиков к тому, чтобы заниматься вот этой вот управленческой рутиной, лишает их в том числе и опыта распознавания ошибок, избегания ошибок и так далее. Я думаю, что сегодняшнему составу Сената или вот этого авангарду академического сообщества, который у вас сложился, необходим был бы опыт тех, кто уже наступал в разные. Такой опыт есть у меня, честно, там, и так далее. Да? Я, например, напомню вам, я когда-то подкидывал Санникову идею университета, опять же, широкого, и вот эта идея была реализована в виде Народного университета. Потом разные правления передали Хадыка. Юрий Хадыка, хоть и профессор, но, в общем, как-то не очень склонен был тоже к реальному управлению. В результате там возникло сопротивление. Ну, может быть, не революция и так далее, сопротивление, которое погубило Народный университет и погубило простой штукой.
они попытались установить контроль над распределением ресурсов, собственно. Да? Вот то, о чем вы говорите, если вы... Это вообще, в принципе, правильное направление, да? Но оно не должно быть изолированным, отдельным. Как только сообщество участников Народного университета затребовало организацию аудита, во-первых, непрофессиональный аудит не выявил никакого там, ни воровства, ни еще чего-нибудь. То есть все ушло в песок, да? в гудок, в пар. И думаю, что вот такого рода контрольные мероприятия, они модны, да? Но на этом пути больше как раз пороков и неприятностей, чем достижений можно сделать. К тому же современные технологии контроля, которые западное общество сняло с японцев там, и само наработало на сегодняшний день, в общем, оставляют это злоупотребление. В Европе очень-очень мало мест. Поэтому ломануться туда со всей демократической активностью, это означает все потерять. Это как мне кажется, я на такую ошибку мог бы указать. Я думаю, что еще много всяких ошибок, которые, ошибка еще не совершенная вами, да, но возможно. Очень много аудитов. Это не один, а целый ряд. Особенно, когда начинают увлекаться. Внешнеевропейские. Во всяком случае, вот у нас, опять же, в АГТЦСИ когда-то была война менеджеров и содержательных. Содержательные люди выиграли. Это редко бывает. Того, в том числе, что Татьяна говорила. Да? Некоторые менеджерские функции, как бы это ни было противно, приходится брать на себя. По крайней мере, властные функции. Конечно. Потому что любому интеллектуалу, любому интеллигенту очень трудно. Противно философам этим заниматься. Да. Вот. Это только... Тем более, что ты понимаешь, что любые безграничные властные полномочия всегда ограничены. Это разумеется, так что, наверное, есть только короткие... Как Раул не совсем стал, я тоже положу совершенно заключительную реплику. Мне кажется важным еще отметить такие моменты. Во-первых, то, что вообще наш разговор состоялся. Это, на мой взгляд, уже большой шаг вперед по сравнению с тем, действительно, образом самодостаточного издательского ИГУ, которое часто действительно разделяется со стороны. Откроем вторую часть. Я даже сейчас не к этому, потому что разрушаются стереотипы или создаются. Стереотип есть, и с этим можно смеяться, можно прорваться. Ты их твоего. Я сейчас к другому. К тому, что вот частично Андреева и его эпика присутствовала. У нас есть определенная, скажем так, возможность для диалога между собой. У нас есть определенные темы, которые мы могли обсуждать. Есть даже определенные, как Андрей сказал, интригующие там, заявки и то, что могло бы проявиться или появиться в процессе этого обсуждения. Понятно, что вот за эти 2 часа или там 2,5 часа, что мы здесь сидим, было бы глупо пытаться вывалить все, что есть у каждого за пазухой, и попытаться в этой куче что-то там разобраться и показать, что есть хорошего, ценного в любом случае. На мой взгляд, было бы вообще продуктивно и важно продолжить вот этот диалог. Еще на каком уровне? Это может быть через дальнейшее обсуждение того, о чем я там говорил, как миссии идеи университета. И в летучем университете это такой важнейший, ближайший шаг для этого обсуждения – это конференция, собственно, которая будет посвящена как раз вопросу о миссии университета и соотнесению миссии и реализации. Что думалось, что мы имеем. Но это просто один из моментов. Второй момент – это этот самый университетский семинар, который, собственно, тоже длится.
на нем тоже можно было бы встречаться и, опять же, обмениваться этими идеями, если это вообще интересно. Если это продуктивно для того, чтобы не просто абстрактно, теоретически порассуждать, какой вообще может быть университет, а какой может не быть. Ведь все эти абстрактные рассуждения в конечном итоге можно перевести в конкретную валюту, в валюту конкретных действий, решений и стратегий, которые мы должны принимать и выработать. Вот тот момент, который здесь обсуждался, вот возможности через такие совместные гибридные формы работы что-то организовывать. Есть только один из возможных. А ведь если так подумать не на горячую голову, а на холодную, возможно, их можно найти и побольше. И, собственно говоря, как мне кажется, можно было бы вот и академическому сообществу ИГУ, и вот тем радикальным свободным интеллектуалам, которые пытаются создать некое протосообщество летучего университета, попытаться коммуницировать, в том числе для дальнейшего уточнения и развития вот этих, собственно, стратегических, миссийных полаганий. Раз. А во-вторых, для того, чтобы усиливать и делать реальным то сотрудничество, тот диалог, который, в принципе, вот сегодня как-то у нас на словах начал вырисовываться. Чтобы действительно это превращалось в какие-то конкретные ответы, какие-то конкретные программы, какие-то конкретные формы реализации. Если это будет дальше развиваться, как мне кажется, это даст некий толчок дальнейшего развития и ИГУ, и ведущего университета. И в этом смысле, возможно, поможет нам ответить каждому на те вызовы, которые стоят перед каждой институцией, перед каждым проектом сейчас. Ну, вот, мне кажется, это было бы важно. То есть, если такая установка на диалог сохранится, вот, неформально, что вообще хорошо, и встретиться... Вот это было бы расширение, да. В смысле, если она сохранится, то требует решение, потому что политическая сфера... Ну, естественно. Но, опять же, это не значит, что мы завтра бросим клич, и все сразу же... Нет, конечно. Вот университетский семинар движется, сколько это уже, четвертый год, но, собственно говоря, вот раньше там Дунаев появлялся как осколок от бывшего ИГУ. Или осколок сразу больше. Кстати, Полонский комитет, еще один, это дело не в Дунаеве, а как вот в организационном неком начале. Ну и опять же, потому что если делать это не абстрактное какое-то кличем, а конкретные задачи, то тогда можно было подумать, и в каких форматах мы могли бы дальше встречаться, обсуждать, что-то совместно продумывать, а возможно и делать. Потому что если останется на уровне общих слов, ну, встретились, поговорили, и еще раз встретились интеллектуалы, обсудили интеллектуальную ситуацию, констатировали, что все плохо. Вот, на этом разошлись довольны собой. Если что-то делать, то надо задумываться над тем, что делать и как это делать. Вот. На мой взгляд, это то, чем мы могли бы сейчас заняться. Раздумыванием, чем мы могли бы друг другу быть полезны, чем, в чем могло бы наше сотрудничество конкретно реализовываться. Как в формах диалога, так и в формах каких-то конкретных дел. Я думаю, что мы сейчас исчерпали себя, но я одну минутку все-таки займу. Я вот сижу и мучительно пытаюсь ответить себе на вопрос, а что может там ИГУ для ведущего университета, понимая, что, ну, в общем-то, это как бы одно фактически сообщество. И я понимаю вот что, что, ну, несмотря на то, что мы не имеем готового прекрасного ответа, мы имеем наработки, имеем какие-то возможности что-то пробовать. Да, в ответе на то, каким должен быть университет и как это вообще можно сделать. Хорошо там сказать, что он должен там создавать место для там, возможностей свободных мыслящих людей, а как сегодня здесь делать? Вот у нас есть какие-то ходы, есть какие-то экспериментальные формы, есть какие-то наработки. И вот я понимаю, чем мне нужно сообщество ИГУ. Мне нужно оно серьезным отношением к тому, что мы пробуем, и каким-то совместным обсуждением этих проб, и, может быть, перенесением, переработкой их там куда-то, да? Даже не апробацией. Ну, то есть, это уже не просто идеи, да? Не передавай. А вот, ну, то есть,
И вот это вот, ну, как бы серьезное отношение к ответу на вопрос, а как возможно, ну, исполнение некой миссии, точнее, некой миссии и так далее, я думаю, что это вот тоже одна из... И дальше уже тут, ну, какие-то практические формы, может быть, совместной, более широкой реализации, которая, ну, не в рамках наших там вот, каких-то структурных, одних или других элементов, а чего-то общего. Собственно, серьезный партнер. Хотя да. Долго и вообще серьезный партнер. Если есть еще желание, я так понимаю, что нету, поскольку Королев уже устал окончательно сегодня. Да, ну да, понятно, что уже нужно бежать. Спасибо большое всем. Я тоже хотел бы всех нас поблагодарить вас, что вы пригласили нас. Это очень важный шаг. Я должен признать, несмотря на то, что Татьяна Валерьевна говорила, что становится, нет, действительно, дефицит коммуникации с белорусским сообществом ощутим, он невыносим, в общем. И то, что мы, так сказать, вот это движение было в том числе инспирировано этим отобранностью и аутизмом университета. И мы в изгнании особенно отчетливо ощутили, когда не чуешь под собой страны, что это значит, когда ты оказываешься один на один. Там у каждого при всем глобализации и прочее, Литва – это национальное государство с национальными интересами. Андрей, там даже Литва – это мозг. Всем спасибо.